Так что я рад, что ты у нас проходила практику. Присаживайся. Ну что, диплом позади? Или как это теперь называется? ВКР. Выпускная квалификационная работа. Ой, язык сломаешь. Я уж так, по старинке. Ну что, Люся, куда дальше? Надеюсь, в аспирантуру? Хотелось бы. Обязательно поступай. Твою работу надо продолжать. Она отличный задел для диссертации. А я готов быть твоим научным руководителем. К вам в аспиранты? Об этом же только мечтать можно, Иван Павлович. Ну-ну. Это ты, редкий аспирант. Твоя тема не просто для кандидатских корочек. Тут народно-хозяйственное значение. Спасибо вам. Себя благодарю. Готовь документы. Угу. Буду рад и дальше с тобой работать. Я не смогу. У меня экзамен пустится. Я буду готовиться сегодня, естественно. Люся! Завтра. Сережа, а ты как здесь? Я вообще... Тебя жду. Ну что, зачем тебя Палыч вызывал? Спрашивал о моих планах. И позвал к себе в аспиранты. Так это ж хорошо. Значит, еще 3 года вместе. Ты тоже в аспирантуру? Сережа! Ой, я так рада! Между прочим, ты знаешь, Иван Павлович, он очень хвалил мою работу. Сказал, что еще немножко и уже готова реклама. Ну, замечательно. Будешь дальше расширять. Внедришь производство. Да. Люсь, а ты сегодня вечером что делаешь? Не знаю, в общагу поеду, а что? А пойдем в кино? Пойдем. Ну, я тогда вечером зайду. Крась давай. Свет, может, не надо, это как-то это вызывающе. Крась уже. Смотри, Машка еще лак несет. На, у девчонок не было, в магазин пришлось бежать. А Рогов твой уже стоит, дожидается. Девочки, он не мой, сколько раз вам повторять? Ну, как тебе? Ну, красиво. Я же говорила. Сейчас еще красивее будешь. Маш, нет, не надо, пожалуйста. Надо. Рогов он при пиджаке. При полном параде. Серьезно? Угу. Люсь, может, ты темнишь? Может, вы в ЗАГС заявление подать решили? Какой ЗАГС вечером? Вот именно. Девочки, я уже устала вам повторять. Мы просто дружим. Мы в кино идем. Они идут в кино. И вообще, просто дружат. Она ненормальная. Первый курс, как 2 неразлучника. Правда, Люсь, может, ты чего не понимаешь? Так бывает. Дружишь, а он, оказывается, влюблен. Все, девочки, ладно вам. Хорошо, давай. Раз уж надо быть красивой. Ну и что? Вон Люся твоя идет. Ну ладно, я побежал. Ты сегодня такая... Ты тоже такой торжественный. Ну да. Надо было к отцу в министерство заскочить. Сама понимаешь. Ну да. А... билеты я купил. Пойдем, а то опоздаем. Пойдем. Слушай, Люсь, у меня там со статьей затык. Возможно, в расчетах напортачил. Посмотришь? Да, завтра заскочу в лабораторию. Или сегодня надо? Да нет, успокойся. До завтра терпит. Пойдем. Пойдем. Но почему только один аспирант? Мы же договаривались, что я возьму Рогова с условием, что оставит и Люсю Поликарпову. Иван Павлович, дорогой, ну вам ли объяснять? Ну одно у нас место, одно, нету второго. Значит, Поликарпова. Это невозможно. Вы же знаете, кто у Рогова папа. Я знаю, что кто-то должен развивать науку. А как протирать штаны в министерствах? Это как раз к Рогову-старшему. Пусть к себе сына и пристраивает. Иван Павлович, вот бессмысленный у нас какой-то разговор. Согласен, бессмысленный. Все прекрасно понимают, что Рогов в науке не задержится. Естественно, папа присмотрит для него место. Но теперь для места нужна кандидатская степень. Это что, тренд такой? Обязательно нужны со степенью? Именно. Поэтому аспирантура за Роговым. Иван Павлович, это не обсуждается. Значит, без меня. Я категорически против. Люся, привет. А ты документы в аспирантуру готовишь? Привет. Да, Иван Павлович сказал не тянуть. А ты знаешь, что в этом году только одно место выделили? Как одно? Ой, а как же Сережа? Нашла, о ком переживать. Ты думаешь, его папа о нем не позаботится? Нет, нет, ему нужно обязательно в аспирантуру идти. Ну, его же иначе в армию заберут. Да, точно. Там он и дня без тебя не продержится. Да и вообще в аспирантуре немногим дольше. Вообще-то Сережа очень талантливый. Это точно какая-то ошибка. Я узнаю. Узнай.
Ну что, Сергей Валерьевич, с отцом вашим мы уже обо всем договорились. Место в аспирантуре ваше. Поздравляю. Готовьте документы. Спасибо. Вы меня очень выручили. А с Поликарповой что? Ну, за Поликарпову не волнуйтесь, я с ней попозже свяжусь сама. Надеюсь, удастся ее пристроить лаборанткой кому-нибудь. Вот так, да? Как ты мог? Люсь, извините, я могу идти? Конечно. Спасибо. Аппарат вызываемого абонента выключен. Люсь, может, не стоит так горячиться? Действительно, диплом у тебя красный, защитилась блестяще. Но пролетел с аспирантурой. Пересидишь где-нибудь год и поступишь. Правда, чего Питер-то бросать? Нет, девочки, я поеду. Ну, куда ты поедешь? В свой Замухранск? Заозерск. Люсь, а может, не в аспирантуре дело? Может, и из-за Рогова? Правда, Люсь, он-то что говорит? Он, девочки, ничего не говорит. Хотя мы с ним с первого курса вместе. И диплом ты ему написала. Маш, она только помогала. Ну, я и говорю, помогала. Люсь, ну куда тебя несет? Оставайся. Никуда не денется твоя аспирантура. Перекантуешься год и поступишь. Перекантоваться и дома можно. А кто у тебя там? Родителей же вроде нет. Родителей нет. Меня мамина сестра воспитывала. Вот к ней и поеду. В родной дом, к тетке. Ты решилась? Мы думали, ты в Питере закрепишься. В гости к тебе будем ездить. Может, еще и будете ездить. Я планирую в следующем году снова в аспирантуру поступать. А вернулась-то зачем? Люба, прекрати ты этим мячиком стучать. С ума можно сойти от этого звука. Тем более, устроилась бы в Питере. Чем туда-сюда мотаться? У нас же тут дно. Ни музеев, ни театров. Владик, сядь нормально, держи ложку. Нет, надо есть, надо есть. Ты Питер на нашу деревню променяла. Не представляю. Да там тоже свои сложности, знаете. Владик. С работой, с жильем. Сидишь. Меня бы просто из общаги выгнали. А тут что? Владик. Ни жилья, ни дома. Нет, дом, конечно, твой. Еще ложечку. Только в твоей комнате теперь Владик и Люба. Угу. Люба! Прекрати стучать этим мечом. Бери Владика и идите на улицу. Давай. Пойдем. Сумасшедший дом. Люсь, ты это, может, ребят не будем трогать? А ты пока на веранде устроишься. Как? А спать на чем? Я раскладушку поставлю, а все лишнее уберем, можешь не сомневаться. Хорошо, еще на веранду согласилась. Ну, долго на раскладушке не протянешь. Придется Владика с Любой переселять. Еще чего? Ну, куда его? Мне на голову? Тише. Разбудишь.
Доброе утро. Проснулась? Гречи поешь, вот осталось. Да я чаю попью, да побегу. Насчет работы? Замучаешься искать? Ох, Люська, не подумала ты. Ань, тетя Вер, я это... Я вас стеснять не буду, вы не думайте. Я работу найду и сразу комнату сниму. Так кто ж тебя гонит? Ну, это же твой дом. Просто сама понимаешь. Да. Вы только не обижайтесь на меня. Мне же заниматься надо. Мне обязательно нужно в аспирантуру. Ну, если заниматься, тогда, конечно. Mm-hmm. Чего ты стоишь? Садись, чай пей. А я побегу, а то опаздываю. Ага. Ох, зря ты вернулась. У нас тут ни работы не найдешь, ни замуж не выйдешь. Кстати, а насчет этого парень-то у тебя есть? Нет. Но был же кто-то за 6-то лет. Скрытная ты, Люська. Ань, мне некогда было романы заводить. Ну, может, оно и к лучшему. А то налетела бы, как я. Двое детей и без мужика. А где он, муж-то? Да, кто его знает. Свалил. Якобы на заработки. Проку от него никакого. Как появится, сразу разведусь. Ладно. Что мы об этом? Я бы вот на твоем месте лучше подумала хорошенько и вернулась бы в Питер. Здравствуйте. Я... Здравствуйте. Клавдия Васильевна. Люся Поликарпова. Здравствуйте. Здравствуй, девочка моя. Сколько лет, а вы чего здесь? Я? Mm-hmm. Так я теперь здесь работаю. И школу-то меня проводили, на пенсию отправили. Садись. Ага. Значит, в школе уже не работаете. Жаль. Я ведь только благодаря вам на биологию пошла. Значит, закончила? Угу. А сюда зачем? Ну как? На работу устраиваться? Так, значит, вернулась. Только работы-то у нас нет. Знаешь, вакансии только в сфере торговли и ЖКХ. Ну, посмотрим, что есть. А по какой специальности? Микробиология. Биотехнологии промышленности и сельского хозяйства. Работу в другом городе рассматриваешь? Ну, почему нет? Знаешь что? Мы сейчас позвоним моему бывшему ученику. Он работает на комбикормовом заводе. Может быть, что подскажет, но это Верхоярске. 70 километров отсюда, но зато по специальности. А что там? Завод по производству концентратов для сельского хозяйства. Простите, пожалуйста, да. А как найти комбикормовый завод? Идите прямо по этой улице. Ага. Потом повернете направо. Спасибо. Пожалуйста. Надо же. Правда, микробиолог. Ну, возможно, вы подойдете. Подождите, позвоню. Девочки, привет. Зоя из кадров. А где ваш Илья Сергеевич? Нужен. А вы не ревнуйте. А, Илья Сергеевич, добрый день. Да. Неплохо. А вы? Ну, вы тоже скажете. А я по делу. Здесь у меня человек, возможно, подойдет к вам в лабораторию. Зайдете? Хорошо, хорошо, ждем. В коридоре подождите, там тоже есть стулья. Хорошо, спасибо. Thank you.
привет. Я тут. Здрасте. А где человек? Так вот она, я в коридоре велела ждать. Может, чаю? Позже. Ага. Вы же меня ждете? Здрасте. А вы? А я Брызгунов. Начальник СЭК. А что такое СЭК? Служба экологического контроля. Илья Сергеевич. Люся Поликарпова. Семеновна. Ну что, Семеновна, пойдем? Куда? В лабораторию, Люся Поликарпова. Там поговорим. Так вот, наша задача – следить за ПДК белка. И в воздухе цехов, и в промышленных выбросах. Что такое ПДК? Это предельно допустимая концентрация. Я знаю. Знаете? Угу. Так вот, этот самый белок, он входит в состав белково-витаминного концентрата, который добавляют в пищу скоту. Угу. Коровки там, козочки, свинки. Еще курочек им подкармливают. Наше предприятие обеспечивает контроль. Держи. Весь. Спасибо. У нас очень не знаешь, кто это? Объемы производства, поэтому необходимо. Может, командированные? Белок. Думаешь? Но если вот этот важнейший белок попадает в воздух в большом количестве, то люди болеют. И от нас зависит здоровье города. Каждый лаборант – это боец экологического фронта. Это понятно. А можно посмотреть регламент, по которому ведется анализ? Я знаю нормативы ГОСТа, но, может быть, у вас свои документы? Прости, а у тебя образование какое? А, сейчас. Вот. Красный диплом. Интересно. Санкт-Петербургский политехнический. А тема диплома у тебя? Как раз по профилю. Так вы микробиолог? И молчит сидит, а? Ну что, тогда будем вести разговор на профессиональном языке? Ну, хорошо. И сидит, молчит, а? Ну вот, посмотрим тогда. Ага. Значит, здесь результаты лабораторных исследований за последние полгода. Слушай, я не знаю, как ты, а я хочу домой. Они уже там целый час болтают. Пойду спрошу, давай. Невзирая на это… А это значение? Ты можешь улучшать показатели. Илья Сергеевич. Да. Вообще-то рабочий день уже закончен. Мы свободны. А сколько времени? Ах, да, конечно, конечно. Спасибо. До свидания. Да, заболтались мы с вами. Я домой. Пока. Девчонки, до завтра тогда. Ну что же, Люся Поликарпова, продуктивно мы с вами побеседовали. Рад бы был поработать, но… Что? Ну, ставка у меня только лаборантки. А вас с вашими знаниями вряд ли это заинтересует. Заинтересует. Конечно, заинтересует. Здесь работа практически тема моего диплома. Ну, это правда. Ну вот. Может быть, и методику удастся опробовать на практике. В общем, есть куда двигаться. Ну, нам определенно с вами есть куда двигаться. Ну, так что? Как-то неожиданно. Ну, тогда жду вас завтра. Ага. Вы загляните к Зое, пусть она вас оформит. Хорошо. Вас проводить? Или дорогу узнаете? Я найду. Спасибо вам. Вы не пожалеете. Надеюсь. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Кто это? Это Люся. Люся Поликарпова. Наша новая лаборантка. Ага. Ты смотри, в обиду ее не давай. А то нашим девчонкам только волю дай, тут же заклюют. Хорошо. Ну все, я 5 минут. И я готов. Что? Ой, Клавдия Васильевна! Ой, Люсенька, здравствуй! Что ж вы тяжесть таскаете? Давайте. Так больше ж некому. А ты откуда? Бежишь-то? А перед вами новая сотрудница СЭК. Служба экологического контроля. О, поздравляю. Спасибо. Зайдешь ко мне или спешишь? Зайду, конечно. И еще сумку помогу донести. Спасибо, родная. Пойдем.
В общем, живу одна. Сын на севере, в Норильске. Не наездишься. У них там отпуска по полтора месяца. Так они их соединяют вместе. И на материк на все лето. Но звонит часто, не забывает. А ваш, ну... Муж? Угу. Так похоронили 3 года назад. Простите, я не знала. Да, я уже привыкла одна. Одиноко, конечно. Но что поделаешь? Да что я все про себя да про себя. Ты-то как? Да как? Про работу вы знаете. Спасибо вам, Клавдия Васильевна. Если б не вы, то... Вот еще с жильем разберусь, и будет порядок. А что с жильем? Проблемы какие-то? Разве мать не тебе дом оставила? Ну да, но... Вы же знаете, сколько нас. Я домой приехала, в моей комнате племянники живут. Буду что-то снимать. Люсь, зачем снимать? Живи у меня. Посмотри, сколько места. И мне будет веселее. Правда? Конечно. Я тебя в комнате сына поселю. Спасибо вам, Клавдия Васильевна. Спасибо большое. Так, всем здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Отвлекитесь. Попрошу минутку внимания. Это Люся. Людмила Семеновна Поликарпова. Здравствуйте. Будет работать у нас лаборанткой. Люся, это наши девочки. Наше достояние. Зинаида Борисовна. Ну, за девочку отдельное спасибо. Ведущий инженер. Отвечает за анализ промышленных выбросов. Герой труда. Это Елена. Елена у нас спортсменка. Она вечно защищает честь завода. То плавает, то бегает. Так вы не отпускайте, Илья Сергеевич. Оно мне надо сначала честь завода защищать, а потом до ночи с пробами разгребаться. Ой, да все она успевает. Ну, не прибедняйся уже, а. Потому что она не только спортсменка. Она еще и младший научный сотрудник. Она анализирует пробы воздуха в цехах. Mm-hmm. Вот такая вот у нас Лена. Ирина. Ирина, она у нас занимается отбором проб в производственных помещениях. Также она помогает с анализом, а ты, в свою очередь, будешь помогать ей. Понятно? Тамара! Это я. Здрасте. Тамара у нас работает в отделе охраны труда. Ну, помимо всего, она отвечает за отдых и прочие радости для работников нашего завода. Так что за соцпакетом это к ней. А есть еще какой-то соцпакет? А как же? Медпункт, столовая со скидкой, молоко за вредность. Я все расскажу. Вот и отлично. Девчонки, принимайте новую сотрудницу. Любите и жалуйте. Все, я к начальству. Илья Сергеевич, что, у меня, Тамара, вопрос. Какие опять вопросы? Я хотела уточнить по поводу того... А где мое рабочее место? Ну, вообще, у тяги и анализатора. Ну, может быть, стол тебе и выделят. Садись вот за этот стол. Ты не переживай, я тебе все расскажу. Ты к нам сразу после школы? А я нет. Я институт закончила в Питере. Политехнический. Ой. А что ж тебя к нам в лаборантке записали? Так ставок свободных нет. Ну ничего. Годик-два и подсиди кого-нибудь из нас. Да, Люсь? Ну с таким-то дипломом. Не обращаю внимания. Ленка со всеми так. Но вообще она у нас добрая. Да, я добрая. Но если вдруг будешь косячить, не взыщи. Послаблений не жди. Вот чего же вы девку-то заклевали? Ир, дай ей халат. И пусть устраивается. На, изучай. Сейчас принесу. Да не переживай ты так. Я уверена, ты быстро освоишься. Спасибо тебе. Видишь, как быстро все устроилось. И работа нашлась, и жилье. А Клавдия Васильевна даже рада. Со мной не так одиноко будет. А ездить-то как на свою работу будешь? Каждый день в такую даль. Ерунда. В Питере так многие. Живут за городом и работают в центре. Ну, то Питер, а то Верхоярск. Какая хоть зарплата будет? Да не знаю. Сказали, ставка лаборантки. Зато работа очень интересная. И начальник такой. Что за начальник?
Замечательный. Симпатичный, образованный. Рассказывает так интересно. Ну, ясно. Из-за начальника за 70 километров каждый день таскаться будешь. Да при чем тут это? Они очень важной работой занимаются. Между прочим, по моему профилю. Угу. Так, еще полотенце и зубная щетка. Ну, надо же. Не успела приехать, уже и работа, и жилье. Что-то я смотрю, заработались все. А обедать? Мне чуть-чуть осталось. Лен? Сейчас пойдем, 5 минут. Люся, ты? Да-да, только девочек подождем. Ну, подождем, конечно, чего же не подождать-то? Зинаида Борисовна, сделайте отчет подробнее. Хорошо. Ну что, осваиваешься? Да. Пойдем обедать, заодно поговорим. Расскажешь, как тебе тут у нас. Пойдем. Хорошо. Ишь ты, побежала. И девочки уже не нужны. Ну и что, если начальник позвал? Да ничего. Просто еще одна обожательница появилась. Будет теперь вокруг Брызгунова кругами ходить. А что, кто-то уже ходит? А вы не знаете. От него ж ползавода без ума. И Нинка из АХО, и Ленкина подруженца из кадров. Да-да. А я смотрю, Тамара-то и сама не прочь к Илье пристроиться. Да я-то тут при чем? Это Зойка твоя по нему сохнет. И эта пигалица туда же. Да ладно тебе, Том. Она новенькая, и надо как-то в работу влиться, задачи понять. Кто ей поможет, как не он? Наивная ты, Ирка. Ладно, девочки, хватит болтать. Пошли обедать. Девчонки, сок я оплатила. Да, хорошо. Ты за что обращайся? Угу. Я всегда помогу. Ты вообще очень вовремя появилась. Лабораторию будут укрупнять, круг задач расширяться. Мне позарез нужен грамотный помощник. Ну, я с удовольствием, если я смогу, конечно. Ну, конечно, сможешь. А что там? Наука, исследования, все само собой. Там же есть еще административная текучка. Да. Вот, например, нет контроля за оформлением анализа. Но я не могу за этим следить. Девчонки то и дело забывают внести конечный результат в журнал. А это важно? Ну, конечно. Инструкция же есть. Мы должны ее следовать. Иначе нас премии лишат. Ну, я, наверное... Смогла бы. Ты мне этим очень поможешь. Там ничего не сложного. Просто надо немножко аккуратнее быть. И все. Угу. Да еще этот расход спирта – это головная боль. Нужно отслеживать расход спирта? Ты улавливаешь все на лету. Люсь, если бы ты взяла спирт на себя, было бы здорово. Ну, почему нет? Дело знакомое. Люсь, какого бога мне благодарить, который послал тебя мне? Люсь, ну ты просто чудо. Спасибо. Девочки, а новенькая-то Илье, видно, в самом деле понравилась. Да его с ума ли, а чему там нравится? Пигалица. Ни кожи, ни рожи. Зато у тебя, я смотрю, всего навалом. А Брызгунова, как ни стараешься, заполучить не можешь. Это мы еще посмотрим. У нас тут, кстати, мероприятие намечается. Так. Вам не интересно? День физкультурника. Я что-то пропустила? Мы едем на базу отдыха. Ты, кстати, выходные не занимай, ничего не планируй. У нас соревнования по волейболу, ты в команде. Опять выходной пропал. Ой, ну что плохого? Еда, проживание, все за счет предприятия. Еще и поляну накрыть обещали.
пойду возьму пирожок. Вот там Ильей и займусь. Никуда он от меня не денется. Ну и сколько вас ждать? Народ вон уже отдыхать начал. Ну, прости, Том. Так, Поликарпова, ты в 207-м с Иркой жить будете. Ключ у нее один на двоих, так что иди заселяйся, пока она не ушла. Хорошо. А для вас, Илья Сергеевич, у нас отдельный номер. Что за честь такая? Ну, ты же у нас единственный мужчина в коллективе. Тебя беречь надо, так что жить будешь с максимальным комфортом. А что за привилегии? Я ж, Том, не расплачиваюсь с тобой. Да ладно, договоримся. Я, кстати, рядом жить буду. Замечательно. Илюш, через час встречаемся на спортплощадке, и я расскажу программу мероприятий. Хорошо. Все слышали? Через час на спортплощадке. А тут что с мячом, это кто? А, это Генка, технолог из отдела переработки. А качок рядом? Тоже мне качок. Не знаю. Вечером все узнаете у нас в беседке после ужина в Welcome Party. Там точно все будут. Ишь ты, Welcome Party. А что, бухгалтерия денег выделила, мы все завезли. А завтра в 11 игра. Ну, правильно. Накануне пати. А с утра волейбол. А мне вот интересно, а кто придумывает программу? Так. Ладно, ты лучше скажи, кто у нас в команде будет. Ну, Ленка, понятное дело, она мастер спорта. Илья, он волейболист от бога. Ой, Том, ну все, хватит. А я тоже могу, если нужно. Ты? Я немножко играю. Ну а что? Возьмем команду, будешь запасной. Может, хватит уже трепаться, а? Люсь, ну посмотрим, как ты немножко можешь. Вперед, вперед, пойдем. Хватит сидеть! Ой, нет, я не хочу. Вот, прием! Лена! Оп! Волейболист. Так. Люся! Люся, давай! Да нормальная у них команда. Ленка-то права. Да-да, Ленка всегда права. А, вон она. Ленка, хватит болтать. Пошли выпьем. Увидимся. У меня есть тост за любовь и дружбу. Илюша, что тебе налить? А у меня все есть. А почему у Люси полный бокал? Да я не пью. Она не пьет, на хлеб намазывает. Нет, так не пойдет. За дружбу надо выпить. Люсь, не капризничай. Давайте. Ну? Давайте выпьем за любовь. Давай. И взаимопонимание. Да. Давай. Пей до дна, 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 пей до дна. Волейболистка! А теперь уважаю. Идемте танцевать! Нет, ну только пойдем. Нет, пожалуйста! А, нет. Пойдем! Да идите, я попозже. Пойдем! Догоняй! Ой, Тома! Ну, всегда этим заканчивается. Илюш, ты так хорошо танцуешь. Верно? У тебя хорошо получается. Ага. Ты вообще все хорошо делаешь. Ты вот мужик, знаешь? О. Вот я с тобой вообще куда угодно. О. Вот хоть куда. Может, пойдем выпьем еще? Плеснешь мне колдовство? Дома! Ой, напоили же девочку. Ну, не стоило заставлять. Люсь! Оставь ее, она протрезвеет к завтрашнему. Слушай, надо отвезти ее домой. Люсь, подъем, Люсь. Какая у нее комната? 207-я. Ну оставь ее, пусть проспится да нет, здесь. Да нет, все, Люсь, поднимаемся. Все, вот тут так. Вот так, идем. Все, сейчас. Тихо. Нет, это не твоя комната. А вот моя. Нет, вот. А я пришла. Тихо. Вот стой здесь. А я пришла уже, Илья Сергеевич. Закрыто? Давай ключи. А, ключи у Иры. У Иры? Угу. И что же нам теперь делать?
Ой, Илья Сергеевич, идите, спасибо, что проводили, а я подожду. Кого ты подождешь? А я Иру подожду. Иру? Вы идите. Вот что, давай ты подождешь. Иру у меня. Вас? Пойдем. Не-не-не-не-не. Ну что, Ира придет не скоро. Пойдем. А Ира придет. А Ира не придет. Ира отдыхает. Как это? Вот аккуратно зайдешь. Я не могу так. Люся, заходи, располагайся. Илья Сергеевич, я пойду. Давай. Вот. Мне надо, правда, идти. Ты сначала выспись, а потом уже и пойдешь. Так нельзя, Илья Сергеевич. Можно. Снимай ботинки. А я? А я где-нибудь пристроюсь. Куда-нибудь. Не беспокойся. Все, спи. Никто не делает так вообще. Здравствуйте. Эй, Сони! Сони, вы там вставайте, завтрак уже заканчивается. Вставайте, волейбол через час. А волейбол обязательно? Люси, обязательно. Она же в команду записалась, играть собралась. А Ленка после вчерашнего вообще ничего не может. Так что играть Люси. А Люси нет. А где же она? Не знаю, она не ночевала. Вот как. Тогда ее найду. Давай. Завтрак заканчивается уже. Ну чего? Кто приходил-то? Тамара. Чего хотела? Люсю искала. Ага. Вместо Ленки в команду. А ты чего делаешь? А сколько времени? Сейчас, подожди. Уже пора. Куда? Ну, а то сейчас опять кто-нибудь придет. Все, я побежал. До встречи на волейболе. Поликарпова, а ты откуда здесь? Я только проснулась, Тамара Игоревна. Ага, все с тобой ясно. Нет, это не то, что вы подумали. Угу. Через час матч, играешь вместо Ленки. Не начинай ты, завела плач Ярославна. Проигрываем всего одно очко. Нормальный у нас состав. Да кто там нормальный? Так, Люська там, это недоросток. Люся, прорвемся. Куда ей играть вообще? Она еле до сетки дотягивается. Да не нуди ты. Давай. Нормально она играла? Нормально, ага. Она ночью свою сегодня отыграла. Даром, что тихоня. Какой мяч поймала, а ты говоришь.
вот, вот она какая, Семеновна. Она не только отличница, она еще спортсменка, красавица, комсомолка. Да, Люся, давай пять. А ты, да, вправду отличница, здорово. Когда только все успеваешь. Да ладно вам. Не скромничай. Ой, ну требуй хватит. Премию. Лен. Да. Ну а что? Ну почему бы и нет? Ну, наработала сегодня на премию. Ой. Наработала. Молодец. Спасибо. Люсенька, тихушница. Что, пойдем праздновать? Молодец. Ну и где она? Автобус ждать не будет. В номер что-то забыла, сейчас придет. Вот растяпа. Да ну ладно тебе, с кем не бывает. Да вон, бежит. Люсь, чего стряслось-то, а? Все в порядке? На ровном месте. Нога подвернула, кажется. Давай, вставай. Аккуратно. Идти можешь? Нет. Нет? Больно. Иди сюда. Девчонки, сумку-то заберите, чего стоите? Сумку-то возьмите, девчонки. Доберусь, доберусь. Пока. 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 Пока, Люсь. Люся, подожди. Люсь, Илюш, ты куда? До Верхоярска еще час. Том, езжайте, сам как-нибудь доберусь. Мы тебя ждать не будем. Ну, надо же барышню до дома проводить. Все, езжайте. Илья Сергеевич, не нужно, я могу сама, правда? Поехали поздно. Тогда, закрывай. Поздно, Люся, поздно. Ну что, колись, где живешь? У Клавдии Васильевны. Кто такая? Учительница моя. Ну что, будем знакомиться. Веди. Надо же все-таки узнать, где расположилась самая ценная сотрудница лаборатории. Илья, я вас хотела поблагодарить и извиниться перед вами. Ты о чем? Да я вам столько хлопот со своей ногой наделала. А вчера я даже не ожидала. Не ожидала чего? Ну, что вы такой заботливый, внимательный. А ты думала, бесчувственный, равнодушный, неотесанный? Нет, Люсь, я… Чё ты меня на вы-то зовёшь? Ну, вы ж начальник. А просто человека ты во мне не видишь? Мужчину? Ах, Люся, Люся, ну что, даже на чашку чая не позовёшь. Зачем? Это удивительная девчонка. Нет, серьезно. Зачем? Вы правда чаю хотите? Я… Нет, нет, все, другой раз. Уже не хочу. Люсь. Спасибо. Побегу, а то на автобус опоздаю. Угу. До свидания. До завтра. Люся. Клавдия Васильевна, у меня будильник не прозвенел. Что ж вы меня не будете-то? Так у тебя ж нога, я думала, ты на больничном. Да на каком больничном? Люся, а завтракать? На работе перекушу. Так ты опоздала на семичасовой автобус. Ой, Люся, Люся. Привет. Привет. А пробы отобрали? В цехах, да. А на 8-м участке с фильтров? Зинаида Борисовна пошла. Ой, как неудобно. Илья про меня спрашивал? Спрашивал. Просил зайти, как только появишься. Ругался? Ну, не сказать, что был доволен. Здравствуйте. Опаздываем. Простите, пожалуйста, автобус. Он то раньше ходит, то позже. Конечно, автобус. Чё ты стоишь? Ты садись. Ага. Так, вот распоряжение о том, что ты ответственная за спирт. Отнесись к этому серьезно. Сейчас спирт расходуется, бог знает как.
Прошу навести порядок. Я поняла. Вот и молодец. Как нога? А, да хорошо. На автобус только из-за нее опоздала. Ну, успела же. Угу. Ну и хорошо. Ну, иди работай, чего ты сидишь? Да. Бегом работай. Спасибо. В общем, хоть разорвись. С принимающей стороной договорись. Автобусы закажи, за деньги отчитайся. Ой, это прямо уработалось. А что ты думаешь, просто мероприятие проводится? Ай, жалко, я не смогла. Съездили-то как? Съездили. Много интересного узнали. Спасибо. Знаешь, кто у нас главная звезда, оказывается? А ну? Ну? Люська Поликарпова. Да ладно, это простушка? Не такая уж простушка, как выяснилось. Сообразила, кому в койку прыгнуть. Так. Я сама видела, как она утром из номера Брызгунова выходила. Ерунду не говори. Ничего не ерунда, я же говорю, я сама видела. Интересно. Вам бы только языками чесать, а не работать. Вообще-то у нас обед. Лен, ну договорились, я записываю тебя на воскресную игру и смотри, не занимай следующие выходные. Ладно, договорились. Напомни за пару дней. Илья Сергеевич. Да. Меня тут снова на игру записывают. И за это я буду просить у вас отгул. Ну, ты же отказаться не можешь, да? Я подумаю. Люсь, а чего ты сидишь? Ладно. Мне нужно еще анализ доделать. Какой анализ? Бегом домой. Время. Опять на автобус опоздаешь. А тебе еще до Заозерска надо добираться. Давай, давай, домой. Все, заканчивай. Я сейчас. Я завтра к директору зайду. Поставлю вопрос. Пусть тебе комнату выделят. Какую комнату? В заводском общежитии. Но это не дело каждый день в такую даль ездить. Спасибо. Почему вам? Мы же договорились, что мы на ты. Да. Ну и все. Все, давай, заканчивай. До свидания. До свидания. Дала тебя. Не косячить. Я не понимаю, в чем ошибка. Смотри. Ну, давай. Так вот, не тот коэффициент? Нет, все правильно. Смотри, вот. Вот эта формула, вот показания прибора. Мы высчитываем концентрацию по высоте, поэтому вот коэффициент. Люся, не морочь мне голову. В регламенте коэффициент постоянный. Тогда получаются цифры совсем другие. Я точно знаю, я защищалась по этой теме. Так, все. Люсь, тебе надо к Илье. Пусть он с этим разбирается. У нас есть регламент, и мы по нему работаем. Хорошо, я пересчитаю еще раз. Виктор Васильевич, ну не первый раз уже эти доморощенные экологи шум поднимают. Я вас уверяю, что все под контролем. Уровень ПДК мы отслеживаем. Все в норме, волноваться не о чем. Ладно, успокоил. Только завтра меня все равно в мэрию вызывают. Так что вы завтра здесь уже поосторожнее. Да, конечно, конечно. Когда мы вас подводили? Ой, ладно, давай, иди уже. Хорошо. Виктор Васильевич, а что там с жильем для Поликарповой? Ну, не делай это. Человек ездит за 3-9 земель на работу. Мало того, что она у меня на ставке лаборантки, да еще и жилья не дают. А Поликарпова у тебя на ставке лаборантки? Это надо же, а? Она же фактически твой зам. Вот и я о том же. Илья, ну ты ведь знаешь, свободного жилья у нас нет. Ну, может быть, комнату в общежитии? Поликарпову в общежитии? Угу.
Ладно, я подумаю. Илюш, есть 5 минут. Да для тебя, Том, сколько угодно. Прическа новая. Хорошеешь день ото дня. Стараюсь. Еще бы ты почаще замечал. А я всегда все замечаю. Особенно у таких привлекательных девушек, как ты. Ну, говори, чего хотела. Умеешь ты комплименты делать, Илюш. Слушай, там АХО требует отчеты по расходу спирта. У них там какой-то перерасход в системе, а Поликарпова до сих пор не отчиталась. А срок сдачи же только завтра, правильно? Вот завтра будет отчет. Люся очень ответственный человек. Да, да, она очень ответственная. Видела я. Подстилка. Тома! А что? Я просто называю вещи своими именами. А нельзя ли вот это все в виде графика? Положено по ГОСТу в виде таблицы. Да и так хорошо. А где Ира? Она отпросилась. Отпросилась? У кого? Я ее отпустила. Надеюсь, к врачу? Нет, по делам. Нормально вы тут работаете. Дела у них. Расшатываете мне дисциплину, Людмила Семеновна. Да я... Я думала, ну... Ладно, ладно. Проехали. Что там у тебя? А, посмотри, пожалуйста. Я ничего не понимаю. Который раз пересчитываю, все равно получается ПДК больше нормы. Хорошо. Ну, пойдем проверим. И получается, что мы не учитываем высоту выбросов, которая, в свою очередь, зависит от метеоусловий. Ну да, с поправкой на площадь. Да. В этом случае используется коэффициент, который высчитывается вот таким образом. Это все единичный случай. Он ни на что не влияет радикально. Ты стандарты предприятия читала? Конечно, читала. Ошибки быть не может? Я не думаю. А ты отчет о расходе спирта сделала? Нет еще, но... Люсь! Я сделаю, я обещаю. Я очень на это надеюсь. Вот здесь ты молодец. Молодец. Будем разбираться. Я сейчас отправлю письмо в ЭКО-контроль. Пусть посмотрит наш регламент. Я ухожу. Если спросят, буду уже завтра. Хорошо. Люсь, ну ты со спиртом ты разберись, будь любезна. Нам не нужны неприятности. А, так а, я думала завтра с утра. Сегодня разберись, завтра с утра, чтобы отчет лежал уже на столе. Ужинать-то когда будем? Я думала, посидим, поговорим, а ты все, который час уже со своими бумагами сидишь. Клавдия Васильевна, я это... Не успеваю ничего. Отчет нужно завтра с утра сдать. Илья обещала. Не могу его подвести никак. Люсь, прости меня. А у тебя что? С этим Ильей что-то? Клавдия Васильевна... Нет, конечно. Он мне просто нравится, как человек. А ты ему? Ты же столько для него делаешь. Так я, чтобы помочь. У меня и в планах нет, честное слово. Да и кто я и кто он? Зачем я ему? Вот ты никогда себе цены не знала. Ты же и в школе такая же была. А вдруг ты ему тоже нравишься? Клавдия Васильевна, я даже думать об этом не хочу. Было уже в Питере один раз. Тоже говорили. Нравишься ты ему. Влюблен он в тебя. А он взял и предал. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
пошел, да? Да, следующий через час. Черт. Может, на попутке? Точно. Здрасте. Привет, ты куда? До Верхоярска, на завод. Сколько? Ну, 500 хватит. Ты чего? Давай хотя бы 1000. Ладно, поехали. Садись. У меня, кажется, телефон разрядился. У вас негде зарядить случайно? Да откуда? Тут даже вон прикуривателя нет. Жалко. Хотел на работу позвонить, предупредить. Позвони с моего. А я номер наизусть не знаю. Вот он прогресс. Раньше все в голове держали, а теперь одни гаджеты. Да. И что теперь? Влетит тебе от начальника? Да не. Просто подводить его не хотелось. Ну, начальники они такие. За все отвечают. Ого! О, мотоцикл тебе надо. Быстро б долетела. Позвоните в скорую, пожалуйста. Хорошо. А как сейчас скорую вызывают? По 03 или 112? О, очухался. Здрасте. Так может, уже не надо скорую вызывать? Как ты? Живой? Могло быть хуже. Да уж, как ты летел, мы думали, костей не соберешь. Ну, слава богу, все живы. Поехали. Куда? Ему скорая нужна. Да не надо скорую. Видишь, не надо ему скорую. Ты сама говорила, опаздываешь. Поехали. Да вы что, с ума сошли? Как можно человека просто так бросить? Слушай, да какой от тебя тут прок? Нужно чем-нибудь помочь. Скажите, пожалуйста, у вас что-нибудь болит? Да. А что? Все. Ой. Ты едешь или нет? Нет. Сейчас. Ну и оставайся. А у меня график. Не ехать надо. Мы сейчас что-нибудь придумаем с вами. Да, это. Рюкзак в машине забери. Ой. Я сейчас приду, только вы никуда не уходите. Да куда же я пойду-то? Доброе утро, девушки. Доброе. А Люся мне отчет по спирту не оставляла? И вообще, где она есть? Она в цех пошла, пробы брать? Люся еще даже не приходила. В цех пошла Зинаида Борисовна. Замечательно. Она звонила? Я ей звонила, телефон недоступен. Аппарат вызываемого абонента выключен. Действительно, черт знает, что такое, а? Илюша, а чего ты такой сердитый? Что, подвела тебя твоя ненаглядная? А мы как-нибудь сами разберемся. Меня не беспокоить. Ну-ну. А я говорила. Вот язва. Угу. Куда вам, девушка? Не мне, а здравствуйте. А молодому человеку. В больницу. А что с ним? Ему очень плохо. 3000. Как вам не стыдно на чужом горе наживаться? Ну, как хотите. Боже какой. Вы представляете, он 3000 заломил до города. Да я заплачу любые деньги. А, да? Тогда поедемте. Скорей. Угу. Помогу вам.
я что? Идти не могу, я ногу, кажется, сломал. Ой, ногу. Так это значит, нужно шину наложить или нас учили дощечку. Я сейчас найду дощечку и приду. Да не надо дощечку. И как мотоцикл? Он же стоит, как крыло самолета. Но вы едете, да. Нет? И отпустите его, легковушка не подойдет. А, да. А мы не поедем, простите. Ну, как знаете. Я все-таки сейчас найду дощечку, ладно, и приду к вам. Посидите, закрепите, мне нужно зафиксировать ногу. Я тут. Дощечку. Всем привет. Илья Сергеевич на месте? Да, только он просил, чтобы его не беспокоили. Ну, я же по делу. Мне нужен график отпусков. Между прочим, вы одни и не сдали. Девчонки, я же просил. Что опять? Это я. Илья Сергеевич, по делу. Ой. Да? Я за графиком. Что за график? График отпусков. И что? Вы не сдали. Люся завтра принесет. Но мне сегодня. Что сегодня? Зачем сегодня? Что вы все ходите? Что вы слоняетесь? Вам заняться нечем? Может, работой все-таки займетесь? Зоя, что случилось? Зоя! Ну, что тут у вас? Где мотоцикл? О? Вон. Только, боюсь, не заведется. Ясен пень, не заведется. Если с дороги, аж туда улетел. Ну, с тобой все понятно. Тебя в больничку. Что с мотоциклом делать? Может, ты сервис какой-нибудь знаешь? Я заплачу. Ясен пень, заплатишь. Вот что, парень, я его пока месть к себе в гараж приберу. Все равно мимо поедем. Машину сгрузим, а потом и тебя в приемный покой. А долго это? Так у меня не болит. Да и я не шумахер. Как доберемся? Пойду посмотрю. Ну что, пойдемте? Ну, попробуем. Давайте я вам помогу. Угу. Только как мы мотоцикл-то в прицеп погрузим? Он тяжелый. Не знаю. А я в одном кино видела. Вот так по доскам можно закатить. Я там когда дощечку искала, там доски были. Сейчас разберемся. Люська здесь без году неделя, а он все время ее защищает. А она опаздывает постоянно, график отпусков не сдала. Ну а когда график-то нужен? На следующей неделе. Да какая разница? Главное, возомнила, что начальница, а сама ничего не делает, только Брызгунову подкатывает. Илюша, 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 Илюша. Ну, правда. Люся много что делает. Чего? Порядок везде навела. И по реактивам, и по спирту, скажи, Лев. Да. Да, знаю я, какой у вас порядок. Задним числом в получении спирта расписываетесь? Вот. А что, у кого-то по-другому? А ты на других-то не кивай. Сейчас речь о Люсе вашей. Зой, ты надолго тут? Мне форма Н1 нужна, производственную травму оформить. Господи, что случилось? Да Михалыч, наладчик. Что? С очистительной установки навернулся. Полез фильтр менять и упал. Насмерть? Да тфу на тебя. Слава богу, только сотрясение и два ребра сломаны. В больнице, Михалыч. Ну ничего, пару дней оклемается. Хорошо, нам успел анализатор починить. В смысле? Ну он же у нас работал. А что? Починил же анализатор, все работает. Вы что, спирт ему давали? Да ну, может, и давали. Это у Люси надо спросить. Молодец, Люся ваша. Говорят, он в стельку пьяный был. Но это же сегодня. А спирт ему давали вчера. А как иначе? Контакты надо как-то протирать? С контактов так не напьешься. Подожди, Том, а что же это за производственная травма, если он в стельку пьяный? А такая, что никому проблемы не нужны. Ни руководству, ни охране труда. И вы тоже по заводу особо не звоните. Ну, ты сама-то на всю столовую не кричи. О, Поликарпова. Здрасте. Не рановато ли? Через 20 минут рабочий день закончится. Ну, так получилось. Обстоятельства, понимаете. Здрасте. Люся, а ты чего пришла? Мы тебя сегодня уже не ждали. Так вышло. А что, все уже ушли? Ну, не знаю. Но гардероб еще работает. Слушай, скажи, ты вчера Михалычу спирт выдавала? Выдавала. Он анализатор чинил. А что, что-то случилось?
Напился, Михалыч. Сейчас в больнице. Ну, я не видела, чтобы он пил. Ну, вы же знаете, все говорили, в сервис этот анализатор, в сервис. А он взял... Ну, и отвезли бы в сервис. Сколько раз я тебе говорила, что твой энтузиазм до добра не доведет. А Илья тебя во всем потакает. Что, у Ильи могут быть неприятности? Ну, не знаю, может быть. Ладно, я домой. И ты тоже. Езжай домой. Нет, я в лабораторию. Ну, как знаешь. Все правильно мы сделали. Другого случая, может, и не будет. Хватит церемониться. Надо действовать. Да. До свидания. До свидания. Здорово, Михалыч. Алло? Поликарпова. Будьте добры, в 9:30 к директору. А, да, хорошо, я буду. Ждем. Спасибо. О, Поликарпова. Заходи, Поликарпова, заходи. Присаживайся. Здрасте. Вот, Людмила Семеновна, пришлось собрать такое экстренное совещание. А. Докладные на тебя поступили. Даже несколько. Какие докладные? Ну что, сами претензии выскажете или... Понятно, значит, я сам. Вот из отдела кадров. Имеют место регулярные опоздания, а также вчера прогул. Не было прогула, Виктор Васильевич. Я позже пришла, но я потом полночи работала. Понятно. Вот из АХО. Постоянно задерживает отчеты о расходовании этилового спирта, а также проверкой установлен его перерасход. У нас нет перерасхода, Виктор Васильевич. Точно нет. Все в журнале зафиксировано. А отчет я сделала, я просто отдать не успела. Значит, сейчас все в порядке? Конечно. У меня все записано, когда и на что был израсходован спирт. Да все знают, на что он был израсходован. Что, собственно говоря, и послужило причиной вчерашнего ЧП. Какого ЧП? У вас на днях работал наладчик Полухин? Работал. Он нам анализатор починил, Виктор Васильевич. Если бы не он, у нас бы до сих пор анализатора бы не было. А где заявка на наладку анализатора? Ты заявку оформила? Ой, нет. Я его просто попросила. Просто попросила и спиртом расплатилась. А для нее вообще закон не писан. Когда хочет, приходит, хочет, уходит. Я не расплачивалась спиртом. Он Полухину нужен был для работы. И вообще, я все согласовываю с Ильей Сергеевичем. Врет она все. Лично вчера была у Брызгунова. Он вообще не знал, где его лаборантка. Да. А где, кстати, Брызгунов? Почему его не пригласили? Он вообще в курсе, что происходит? Да, в курсе. Но там у него... Можно? Понятно. В общем, Поликарпова, от тебя жду подробную объяснительную, а от отдела кадров предложение по взысканию. Ну, выговор, что ли? Да за что выговор, Виктор Васильевич? Ну, если за вчера, так я вчера человека в больницу подвозила. Это вообще никого не интересует. А вот то, что из-за тебя выброс случился... Тамара Игоревна! Ой, простите. Я же просил вас. Да. Какой выброс? Что вы молчите? Я должна знать. Мы же лаборатория контроля. Вчера, когда Полухин свалился, он фильтр менял и упал, а новый фильтр не поставил. Случился выброс. И мы узнали об этом, к сожалению, только сегодня. Сутки. Сутки вентиляция гнала в атмосферу вредные примеси. Вам, как сотруднику СЭК, это о чем-то говорит? И вы хотите обвинить в выбросе меня? А кого еще? Да тебя уволить мало, тебя под суд надо! Поликарпова, послушайте, вы выдали спирт без заявки. Фильтр не сменили. Случился выброс, а это уже безответственно. И наказуемо! Да. Поликарпова!
Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия. Люсь, случилось что-то? Ты что делаешь? Случилось. Увольняюсь. Да ладно. Попросили заявление написать? Нет, попросили написать объяснительную. Увольняюсь я сама. Так, погоди. Погоди, не горячись. Я не знаю, что они там тебе наговорили, но что бы ни сказали, наплюй. Подумай о себе, эту работу где найдешь? Пускай копейки, зато стабильность. У нас все, кто не на заводе, без работы. Мне все равно. Я уже решила. Решила она. А Илья что скажет? Не знаю. А где он вообще? А может быть, он занят? А может, не знает ничего? Он все знает, девочки. Замдиректора сказал. Он просто меня бросил. А, объяснительную принесла. Подожди, Поликарпова. Ты что, с завтрашнего дня нельзя, нужно 2 недели отработать. Я не буду ничего отрабатывать. Обходной? Ты что, без обходного-то нельзя? Можно. А я тебя по статье. Да мне все равно. Все равно? Здравствуйте, Клавдия Васильевна. Люсенька, так рано, а ты уже дома? Что за ум взялась? Бросила свою переработку? Бросила. Да так бросила, что уволилась. Это компот? Можно? Так, подожди. Люся, что случилось? Ой, да все в порядке. Написала заявление с завтрашнего дня. И что делать собираешься? Не знаю. Думала отдохнуть недельку, до работы искать. Какую работу? Ее же нет в городе. Продавщицей пойду. Их всегда не хватает. А еще чего? Какая продавщица? Тебе наукой надо заниматься. Я знаю, Клавдия Васильевна. Но обкатаю свой метод и начну кандидатскую писать. Так слушай, может быть, тебе в Питер поехать? А? Правда? Конечно, ну, пора уже заняться делом. Хватит эти графики составлять, спирт учитывать. Я не понимаю, куда только твой Илья смотрел. Ой, не знаю, куда он смотрел. Может быть, он даже не пожалеет, что я уволилась. О, здорово, Михаил. Привет. Илюш, Люся просила передать вот здесь, в папках, инструкции. О. Вот тут распоряжение. Здесь. Ладно, в общем, сам разбирайся. Кошмар. Что, опять? Опять во все это вникать? Слушай, Ира, она что, прям точно ушла? Угу. Заявление в кадрах оставила. А ты как думаешь? Может, она отойдет, отдохнет и вернется? Вряд ли. Она даже обходной лист не подписала. Сказала, если хотите, то увольняйте меня по статье. Ну, дурочка. Ладно, все. Спасибо, иди. Илюш, а ты сегодня до ночи? Ну, а ты не видишь? Вижу. Люся, Люся. Люся, телефон. Ой, да не хочу ни с кем разговаривать, Клавдия Васильевна. Я, оказывается, так по природе соскучилась. Такая красота, никуда торопиться не надо. Ну вот и отдыхай. А отдохнешь и возьмешься за свою работу. Я уверена, тебя в институте встретят с радостью. Я позвоню своему руководителю, узнаю. Правильно, молодец. Что, Илюша, грустишь? Теперь работы прибавится? Том, а ты чего хочешь? Говори, а то мне некогда. Ничего, ничего, справишься. Справлялся же раньше как-то без Поликарповой. Да и мы поможем, если что. Так ты помочь пришла. Так может, ты с инструкциями разберешься. Как раз по твоему профилю. Техника безопасности,
Вы же там приказ готовили о внесении новых норм. А почему бы и нет? Угу. Помогу. Что-то ты больно добрая, Тамара Игоревна. Не к добру. А я для тебя, Илюша, всегда добрая. И чтобы ты не сомневался, вот. Это что? Билет на участие в конкурсе рыбака. Господи, Тома, спасибо, конечно, но где я и где конкурс? Да это просто так называется. Кто хочет, тот ловит рыбу, а кто не хочет, тот просто отдыхает. Это у нас в вип-домиках мероприятие для руководства. Это наши придумали? Нет, съезжается городское начальство, но у тебя целый отдельный домик. Заезд в пятницу, выезд в воскресенье, а в субботу банкет. Заманчиво. Отдохнешь, порыбачишь, забудешь о неприятностях. Я подумаю. Кстати, я тоже там буду. Так что увидимся. Хорошо. Все, я ушел, буду только завтра. А если спросят, что говорить? Говори, что не знаешь. Ушел по делам. Пока. Пока. Люсь, как хорошо, что я тебя застал. Ты уходишь? Собиралась своих навестить. Я могу проводить? Да не нужно. Ты чего приехал? Поговорить. Ну, пойдем поговорим. Люсь, ну нельзя сдаваться. Нет, ну подумай, кто они такие? Обыкновенные, не очень счастливые и не очень умные женщины. Им уступать? Да не в этом дело. А в чем? Они даже разбираться не стали. Меня даже слушать никто не стал, понимаешь? Как я могу там работать, если мне никто не верит? Люсь, я верю. Я тебе верю. Но это руководство, ему всегда некогда. Вот если бы я был на месте, все бы обошлось. А где ты был? Где ты был, Илья? Ты ведь все знал. Люся, да там кое-что произошло. Позвонила соседка, сказала, что маму увезли на скорой. Я тут же помчался. А что сейчас с мамой? Ну, слава богу, все обошлось. Да я был уверен, что ты сможешь за себя постоять. Но ты же сильная. А я вот не смогла. Потому что на самом деле я слабая, Илья. Я там на самом деле никому не нужна. Ты мне нужна. Ты мне очень нужна, Люсь. Я это понял, когда ты ушла. Правда? Я это вообще еще никому не говорил. Правда. Вот что. Я сейчас поеду. Уже поздно. А в пятницу есть приглашение на турбазу. А это мне? Тебе. И мне. Я приеду туда сразу после работы. Нам надо с тобой серьезно поговорить. О чем? Обо всем. Хорошо? А в понедельник мы вместе вернемся на завод. Мы договорились? Даже не знаю. Но... Люсь, ну хорошо, хорошо, у тебя есть 2 дня. Подумай и все реши. Я подумаю, но ничего не обещаю. Люсь, ты поедешь на турбазу в пятницу или нет? Да, наверное. Да. Вот и хорошо. Я пойду. Я буду тебя ждать. Люсь. Я буду ждать. Очень ждать.
Алло. Алло, привет. Я уже приехала, а ты? Я скоро приеду. Хорошо, жду. Прошу вас. Спасибо. Приятного отдыха. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня приглашение. Вот. Вип-дача, пятый домик. Минуточку. Угу. Мне понадобится ваш паспорт. Ой, а где же он? Куда я его делала? Сейчас, извините. Угу. А, вот. Имя, фамилию, подпись. Угу. Программа пребывания. Спасибо. Вы еще успеваете на обед. Пятый домик по главной дорожке направо. Спасибо. Приятного отдыха. Алло. Тома, привет. Слушай, а ты вип-домик для кого выделила? Для Брызгунова. Ты ничего не путаешь? Да девушка какая-то заселилась. В том-то и дело, по вашему вип-приглашению. Людмила Поликарпова. Да, конечно. Ничего себе! Одним словом, ситуация серьезная. Если правильно не отреагировать, будет скандал. А может, даже и до министерства дойдет. Откуда они взялись, эти народные экологи? Что, у них партия какая, что ли? К выборам готовятся? Ну, партии у них никакой нет, насколько я знаю. Не знаю, может, их зеленые и используют. А вот замеры произведены качественно, и цифры по загрязнению атмосферы реальные. Ой, как плохо, как плохо. А ты что молчишь? А что я могу нового сказать? Вы и сами все знаете. Что делать будем? Ну, во-первых, отреагировать на публикацию. А пусть Илья свяжется с газетчиками и подготовит ответ. Позвольте. А почему я? Я эколог, а не журналист. А тут и нужен эколог. Подготовишь статью, признаешь упущение, повинишься, расскажешь про эти фильтры, мол, форс-мажор, человеческий фактор, единичный случай. Во всем виноват наладчик, а он уже наказан. А что? Идея хорошая. Ты давай, Илья Сергеевич, с этим делом не тяни. Пооперативней там. Чтоб сегодня же статья была у меня на столе. Хорошо. Понял. Илья там? Скоро освободится? Не знаю. Думаю, до ночи просидят. Вот как? Понятно. Алло, Надя, это я, Тома. Это Наталья. Надя отлучилась. Чем я могу помочь? Это с завода управления. У вас там пятый домик заселен ошибочно. Освобождайте его. Хорошо, я передам Наде. Вот и спасибо. Все, справедливость восстановлена. Простите, пожалуйста, а я свой телефон случайно у вас не оставляла? Нет, ничего не было. Ладно, буду искать. Сожалею. Да? Надя? Тут с завода звонили. Надо освободить пятый домик. Том, привет. Она сама свалила, даже ключи не оставила.
Да откуда я знаю? Я все посмотрела. Не знаю, может быть, созвонились. Видать, поняла, что ждать бестолку. А заключи штрафанем. Илюш? А ты чего еще здесь? Да, подзадержался. Ты скоро? Слушай, я боюсь, я тут до ночи просижу. И ты меня сегодня не жди, хорошо? Что-то случилось? Да директор загрузил. Сказал, что статью эту сегодня надо закончить, вот и все. Иди, иди. Пока. Пока. Ира! Ира, что с тобой? Ира! Очнись ты! Ира, да очнись ты уже, а! Алло, скорая? Илюша. Вы? Что вы здесь делаете? У меня тот же вопрос. Что вы здесь делаете? Как вы тут оказались? Мне сказали, что я буду жить один. Я вообще не ожидал вас здесь увидеть. Я случайно заснула. А сколько времени? Почти час. И я попросил бы вас освободить помещение. А как вы вошли? Как все, через дверь. Прошу вас, уходите. Почему я должна уходить? Я здесь живу. У меня есть даже приглашение. И вообще ко мне сейчас приедет... Видимо, уже не приедет. Видимо, они что-то напутали там на ресепшене. Мне сказали, что я должен жить в этом доме. Сервис на грани неприличия. Что же мне делать? Уже так поздно. Я еще телефон потеряла. Слушайте, ладно. Оставайтесь тут. Тут же две спальни. И потом я ваш должник. Кстати, как ваша нога? Спасибо, обошлось. Перелома нет. А вот ребра побаливают. Может быть, вы голодный? Нет. А мне кажется, голодный. Давайте я вас накормлю. Вот пирожки есть, может быть, теплые даже. Котлеты. Я могу разогреть. Пирожки, надо же. Вы что, их сами напекли? Сама. Хотела произвести впечатление. Вам удалось. Так и что? Вы тоже спортсмен-рыболов? Как вас зовут, кстати? Люся. Люся Поликарпова. Артем Лихачев. Очень приятно. Рыбачите? Почему вы решили? Ну, завтра же день рыбака. Праздник. Вы рыбу ловите? Никогда не пробовала. Зря. Очень хорошее занятие. Здесь на базе снасти выдают. Можем завтра сходить на озеро. Хорошо. А вы, получается, на заводе? Лаборанткой? Да. А у меня родители из этих мест. Отец свою трудовую деятельность начинал на вашем заводе. А вы кем работаете? Журналист. Здесь в командировке по работе. Из Питера? Почему? Из Москвы. Прямо из Москвы и на мотоцикле? Нет. Мотоцикл мне мой друг дал. А вот он как раз из Питера.
как вы сюда попали? Здесь же одно начальство, очень сложно попасть. А вы что, начальство? Я? Нет, меня пригласили. Я помню. Смотрите, у вас клюет. Действительно, да. Клюет. Подсекайте, потяните, да. Ну-ка, дайте мне. Держите вот так. Держите, держите. Ага. Ничего Ого. Себе! Ого! Вот это да! Это что, я поймала? Ну, конечно, а кто? Поздравляю! Если у нас так дальше пойдет, я вас ухой накормлю. А вы что, в конкурсе не будете участвовать? Я думаю, там и без меня конкурсантов хватает. Ой! Ну, ничего себе! Так о чем вы пишете, раз в командировке? Да, о разном. Сейчас вот приехал с вашим заводом познакомиться. Зачем? Ну, я же говорю, отец мой тут работал. Может быть, и про ваш завод напишу. Понятно. Ой, а кажется, теперь у вас клюет. А? Сорвалась. Меньше надо было болтать. Спасибо. Хорошего отдыха. Тома, привет. Привет, привет. Как дела? Хорошо. Ну как, заселяются потихонечку? Угу. Пятый домик свободен. Может понадобиться, директор ждет важного гостя. Слушай, а пятый домик мы заселили уже. Какой-то москвич приехал, после 12 заявился. Ну как так? За нами же домик закреплен. Да ну ладно тебе, ну ты чего? Он только переночевать, утром обещал съехать. Съехал? Не знаю, ключ еще не сдавал. Ну ты даешь. Ладно, я в домик проверить. Том, подожди. Видимо, ваша Поликарпова телефон со вчера оставила. Я уже у всех у наших спросила. Ты возьми, передай при случае. Ладно. Ирке в понедельник отдам. Пусть разбирается со своей подружкой. У тебя сколько там уже? Чего? Ну, поймал, сколько? Мне полно. Она что, еще не уехала? Да, ну. Поликарпова, ты что тут делаешь? Здрасте. А я тут живу, меня пригласили. Кто тебя пригласил? Тут вообще должен жить другой человек. Если вы про Артема, то он уже уехал. Кстати, просил ключи на ресепшн передать. Вот, передайте. Так ты с ним тут эту ночь провела? Но ты даешь, Поликарпова. А с виду такая порядочная. Давай-ка быстро собирай свои вещи. И вываливайся отсюда. Я никуда не поеду, я жду человека. Брызгунова! Ха! Не дождешься. Он не приедет. Так что быстро отсюда. И телефон свой забери. Ты его на ресепшене оставила. Алло. Алло, Илюш, привет. Представляешь, телефон свой на ресепшене оставила. Только вот сейчас нашелся. Ты едешь? Люсь, тут такое дело. Маме опять плохо было. Я не смогу приехать. Понимаю, конечно. Как мама? Ну, спасибо, уже лучше. Люсь, ты выходи на работу, я тебе все расскажу. Да я уже заявление написала же. Да нет твоего заявления, я уже забрал. А то время, что тебя не было, оформим за свой счет. Так ты вернешься, Люсь. Ты мне очень нужна. Хорошо, вернусь. В общем, эта Поликарпова ни одного мужика не пропускает. Представляешь, Брызгунов позвал ее на базу отдыха, так она там другого подцепила. А при чем тут Илья? Ты что-то путаешь? Ничего я не путаю. Я ему выбила вип-домик, ну, чтобы он отдохнул от своих неприятностей. А он туда Люську позвал. Люська примчалась, Илья поехать не смог. Так она там тут же с москвичом каким-то замутила, представляешь? Илья позвал Люсю? Ну да, ты что, мне не веришь, что ли? О, явилась. Ой, ладно, я пойду. Видеть ее прям не могу. Здрасте. Здрасте. Привет, Ир. Привет. А я вот решила вернуться. Илья уговорил. Вы виделись? Представляешь, он прям домой ко мне приехал. Сказал, что
что все устаканилось, и теперь все будет по-новому. А что по-новому? Ты знаешь, я, кажется, вообще ничего не понимала. А он сказал, что не может без меня. И позвал тебя на вип-дачи. Тебе Тамара сказала? А ты, конечно же, помчалась. Но этого следовало ожидать. Чего ожидать? Ой, ничего, потом все узнаешь. Я одно могу сказать. До постели это дело не доводи. Так, девчонки, здрасте. Здравствуйте. Зинаида Борисовна, от Зои вам приказ. Угу. Что? Да ничего, все в порядке. Все по-прежнему. Хорошо. Значит так, заборы проб теперь будем проводить чаще. Работы будет больше. Ответственная у нас Поликарпова. Кто бы сомневался. Как скажете, Илья Сергеевич. Да, так и скажу. А, Зинаида Борисовна, документально теперь все оформляем, все сводим в таблицы. Это образец. На любой вопрос у нас должен быть ответ. Понятно? Это всех касается. А, с докладными я все уладил. Угу. Сейчас хлынет эта волна с выбросами, и все будет хорошо. А что с Михалычем? Что-нибудь известно? Уволился Михалыч. Да не бойся. Ага. С этой стороны все зачистили. Неприятностей не будет. Уволился. А со здоровьем что? Да вроде в больнице еще. Так может его навестить? А, пришел, кстати, ответ от эко-контроля. Тебе не интересно? Да-да-да. Сейчас. Ну что, все в порядке с нашим регламентом. Смотри. А есть какая-то аналитика по выбросам? Большое превышение было? Какое превышение? Там мелочь совсем. Только шуму наделали. И Михалыч уволился. Что Михалыч? Михалыч сам виноват. Да жалко его. А можно я сегодня пораньше уйду? Без проблем. Спасибо. Как хочешь. Только мне нужно, чтобы ты помогла доделать доклад. Хорошо. Но это не срочно. Хорошо. Как я рад, что ты вернулась! Я даже соскучился. Там очень все масштабно, там объемы огромные, просто там производство налажено на полную... О как! Людмила Семеновна! И каким же ветром вас сюда занесло? Проведать вас пришла, Михаил Михайлович. Здрасте. Яблочки вот. И тебе не хворать. По общественной линии, что ли? Так я ж больше на заводе не работаю. А вы сами или вас уволили? Намекнули. Mm. Но ничего, руки есть. Без работы не останусь. Я, Михаил Михайлович, виновата перед вами, получается. Ты-то при чем? Ну как? Если б не этот анализатор и мой спирт, то... А спирт твой тут ни при чем. Да и не был я пьяный. Ну, выпил за обедом 100 грамм, не больше. Да ладно с этим спиртом. Главное, фильтр оказался не поставлен. Как это не поставлен? Фильтр я заменил. Это уж я потом оступился. Ну и вот. А как же выбросы? Там такой скандал теперь. А ты думаешь, скандал из-за фильтра? А из-за чего? А это вопрос к начальству. Ты Брызгунова своего спроси. А что, Люся уже ушла? Ушла. Mm-hmm. Илья, надо поговорить. Ира, давай завтра, у меня сейчас работы Нет. куча. Что у тебя с Люсей? Ира, мы же договорились. Никаких выяснений, тем более на работе, ты же обещала. Да, я помню. Я обещала молчать о наших отношениях, но я не обещала терпеть твой роман у себя на глазах. Поэтому я хочу знать, что происходит. А вот так мы заговорили? Да, так. А с чего ты взяла, что у нас роман? Я же не слепая. Ира, ну ты чего? С нужными девчонками приходится флиртовать. Мы же договорились, что ты не ревнуешь. Но это не Тома и не Зоя. Она же ребенок. Неужели ты не видишь, что она в тебя влюбилась?
Влюбляться полезно. Полезно? Кому? Тебе, что ли, полезно? Ты для этого ее на базу позвал, чтобы вернуть? Может быть, спать с ней начнешь, чтобы она за тебя работу всю делала? Что ты от меня хочешь, а? Не ты ли радовалась, что у меня больше свободного времени стало? Или мне опять погрязнуть в этих бумажках, инструкциях, списаниях? Ты будешь вечерами сидеть одна. Ты этого хочешь? Я не хочу больше скрывать наши отношения. Ой, я тебя умоляю, мы тысячу раз об этом говорили. Тебя же эти тетки и заклюют. Вон они как на Люсю-то набросились. Все, Ира. И все равно я не верю тебе. Она тебе нравится. Представляете, а Михалыч-то говорит, я, говорит, фильтр-то поменял. Я вообще уже ничего не понимаю, Клавдия Васильевна. Но в лаборатории регулярно же анализы проводятся. ПДК всегда в норме. А помнишь, тебя смущал какой-то коэффициент? Да регламент уже проверили. Илья сказал, все в порядке. А может, тебе свою методику попробовать? Да я уж тоже думала об этом. Там все так сложно, знаете. Нужно всякие разрешения получать, всякие инстанции. А ты подпольно. Для себя. Думаете, стоит? Ну, а почему нет-то? Ир, а пробы сегодня отобрали? Нет. Так а чего ж ты? Давай быстрее в цех. Я не пойду. Почему? Ир, что случилось? Я больше не буду отбирать пробы. Анализы проводить, пожалуйста, в цех я не пойду. Да чего ты? У нас Ленка на отгуле, Зинаида заболела. Еще ты будешь капризничать, Ир. Вот Лена вернется, и она будет отбирать пробы. А сейчас ты сама иди. Да с чего бы? Слушай, а с чего это ты вдруг командуешь? Ты вообще кто? Кто тебя уполномочил нами руководить? А что случилось? Что за напряженная обстановка? Вот у Люси спроси. Люся? Люся, что стряслось? Да я не знаю. Я просто попросила ее в цех сходить, а она отказалась, так еще и накричала на меня. Говорит, кто ты такая, чтобы тут всеми командовать? Ну, не переживай ты. Это же Ира. Ну, Ирка и правда в последнее время слишком нервная. Да не обижайся ты на нее. Да я не обижаюсь, Илюш, просто тут и так никого нет, а еще она... У нас такое врал, я ничего не успеваю. Понимаю. Слушай, хотела спросить. А можно я свою методику попробую? Люся! Ну, пожалуйста, она два раза быстрее. Да ну не важно, мы же это обсуждали. Да я помню. Надо заранее все согласовывать, но да. Нам же нужен результат, правда? Меня в институте, между прочим, за нее очень хвалили. Ну все, успокойся. Успокойся, сейчас не время. Про твою методику нельзя заикаться. Начальство нас не поймет. Мы и так под колпаком из-за этого выброса. Кстати. Что? Я была у Михалыча в больнице. Так, и что? Он сказал, что фильтр он поменял. Mm-hmm. Значит, дело не в фильтре. Да. И ты поверила? Ну, Михалыч еще и не такое скажет, лишь бы его по статье не увольняли. А как же... А вот так же. Илья! Ты ждешь? Я думал, ушла. Куда идем? К тебе, ко мне. О чем вы говорили с Люсей? Ну, она жаловалась, что ничего не успевает. Да все, бог с ней. Ни слова о работе. У тебя точно ничего с ней нет? Ну, конечно же, нет, Ир. Ты такая мнительная стала. Пойдем. А вы что же? Ночевать здесь собрались? Угу. О, время-то уже. Буквально 10 минуток, хорошо? Хорошо. Угу.
Вот хорошо, я проанализирую этот доклад. Договорились. Илья! Илья, привет! О, Люсь, привет, привет. А ты где пропала? Я тебе вчера звонил. Да я в цеху просидела, пробы отбирала. Представляешь, какой-то кошмар. Делала все по моей методике. Всюду превышение ПДК. Люсь, ну мы же договаривались. А ты опять самовольничаешь. Ну какое превышение? Ну этого просто не может быть. Ну как не может? Я столько времени над этой методикой провела. Плюс у меня диплом красный. Люсь, ну перестань. Но одно дело – это лабораторные опыты, а другое дело – это поток, производство. Где-то ты ошиблась, бывает. Нет, ошибки быть не может, точно. Ну хорошо. Хочешь, я сегодня сам проведу анализ и докажу тебе, что ты ошиблась? Только чур без обид. Хорошо? Угу. Иди сюда. Ко мне подходи. Чего это Илья Сергеевич сейчас решил сам взяться за анализы? Давно не брал в руки шашек? Люськи, доказывает, что она неправильно анализ провела. Произошла ошибка. Что ты? Всего-то на денек отгул взяла, а тут нет. Такие перемены. Нет, я несколько раз все перепроверила. Кстати, а чего там у Люськи по расчетам-то получилось? Превышение ПДК в 3 раза. Она по своей методике сама пробу проводила. Смотри, что вот дурочка. Ну, ехала бы назад в свой Питер наукой заниматься. Чего торчит тут? Ну, гляни сама, пора. Своими глазами. Убедилась? Все в порядке. Все показатели в пределах нормы. Нет, я напутала в расчетах. Либо в методике ошибка. Да расслабься ты. Бывает, бывает. Девчонки, о чем мы сидим? Обедать пора. Мы идем. Вы с нами, Илья Сергеевич? Вы столик займите, я сейчас подойду. Угу. Пойдем. Люся. Люсь, ну-ка зайди. Может быть, все-таки где-то есть какая-то ошибка? Люсь, ну что за человек такой, а? Одна работа в голове. Ну нельзя, нельзя жизнь убивать на одни пробирки. Надо исправляться. Обещаешь? Угу. Я забыл. Я совсем забыл. Смотри. Что это? Это ключи. Мне дали комнату? Дали. Сегодня мы идем ее смотреть. Ой. Спасибо тебе. А я преддипломную практику здесь проходил. Ну и как-то прикипел. Нет, потом были другие предложения, более выгодные. Но я решил остаться здесь. Это моя любимая улица. А почему? Потому что здесь почти все дома заводские. Здесь было мое первое жилье. Вот смотри. Это твои окна? Ты здесь жил? Нет. Тебе нравится? Ну, симпатично. Это твои окна. Как? Пойдем покажу. Ну, проходи. Не стесняйся. Кузьмич, встречай новую соседку. Кузьмич? Видимо, дома нет. А кто такой Кузьмич? Кузьмич – это старый мастер, раньше работал у нас на заводе. А сейчас доживает свой век на производственной площади. Ну, за старые заслуги. А что он за человек? Вообще, старик, он суровый, тяжелый в общении, но я уверен, что ты справишься. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Ну, как тебе, а? Ух ты! Я как узнал, что от Кузьмича сосед съехал, сразу к директору. Как? Неужели это все теперь мое? Нет, ну бедновато, конечно. Но завтра ты привезешь свои вещи, мы кое-что купим, и будет очень уютно. Да ты что, Илюш, замечательно все. Я о таком даже мечтать не могла. Если б не ты, то... Иди ко мне.
Не надо. Поздно уже, да? Пойдем. Ах, Люся, Люся. Ну, пойдем. Пойдем. Жаль, что с соседом не удалось познакомиться. Да познакомишься еще. Не рада будешь. Почему? Да он всегда был проблемный старик, а как дочь похоронил, так совсем невыносимый стал. К тому же запил. Из завода его выгнали. Спасибо, что хоть комнату оставили, чтобы человек не пропал. Так он пьет? Ну, сейчас нет. Зашился, наверное. Живет он один, злой на весь мир. Да, не очень приятное соседство. Ты не переживай, Люсь. Завтра собирай свои вещи и приезжай. Хорошо? Хорошо. Я тебя одну не брошу. Вперед. Пойдем. Так. Ну, кажется, ничего не забыла. Ну, если забыла, не беда. Вспомнишь, приедешь. Меня заодно навестишь. Добрый день, простите. Люся Поликарпова, это вы? Да. Меня Илья Сергеевич попросил помочь вам с переездом. Эти вещи грузить? Да-да, спасибо вам. Я часто буду приезжать к вам, Клавдия Васильевна. Я так привыкла к вам, даже не знаю, как я буду без вас. Буду скучать. Я тоже буду скучать. А может, это и хорошо, что ты уезжаешь? Вдруг на новом месте и личная жизнь устроится? Я тоже подумала об этом. Теперь все точно определится. Иди, тебя ждут. Угу. С Богом. С Богом. Давай. Приезжай, Люсень. Обязательно приеду. Давайте я возьму. Спасибо вам. Нам туда. Проходите. Спасибо. Спасибо вам. Может, вам еще чем-то помочь? Да не переживайте, я справлюсь. Ну, тогда с новосельем. Спасибо. До свидания. До свидания. Ой. Молоток нужен. Федор Кузьмич, вы дома? В чем дело? А у вас нет, случайно, молотка? Мне вешалку прибить. Свое иметь надо. А, понятно. Алло. Привет. Ну, как ты там, устроилась? Да вот устраиваюсь потихоньку. Только очень многого не хватает, я только сейчас поняла. Да ерунда. Сегодня пораньше уйдем с работы и все купим. Договорились? Договорились. Тогда до встречи. Пока. Пока. Спасибо, Федор Кузьмич. Не за что. А меня Люся зовут. Угу. Ты на заводе кем? А я в заводской лаборатории работаю. А из дома чего сбежала? Здесь что, лучше, что ли? Да нету дома-то. Я из Заозерска, да и там учительница жила. Совсем, значит, никчемная.
ж тут такой ливень? О, он не закончится, это надолго. Ну что, побежали? Побежали. Ой. Брызгунов, что ли? А, здрасте, Федор Кузьмич. Здрасте. Он что, сюда теперь ходить будет, что ли? Наверное. Мы работаем вместе, Федор Кузьмич, а еще дружим. А вас что-то не устраивает? Да плевать мне на тебя. Что это с ним? Я тебе говорю, странный старик. Так вот что, бегом под горячий душ. Ты насквозь мокрая, простудишься еще. Давай бегом. Да все нормально, не переживай. Так, ты с этим справишься? Да, а ты что, не останешься? Ну какой останешься? Я насквозь мокрый, побегу домой. Я хотела тебя чаем напоить. Да будет еще и чай, и кофе, и шампанское. Все, побегу. Ой. Фу. Случайно таблеточек для горла. Такие маленькие, желтенькие, для полоскания. Я таблетками не лечусь. Извините. Постой. Ну и молодежь пошла. Ничего-то у них нет. Ничего-то они не умеют. Найди, полощи. А что это? Столетник с каланхой, кипяченая вода. Да небось, не отравлю. Спасибо. Вот сейчас заварится немного, выпей травки. А чего это вы решили, что мы ничего не умеем? Ничего себе. Голосок, что ли, прорезался? Нет, правда. Чего вы на нас нападаете? Да потому что вы все приспособленцы. Работать вы не хотите, вам бы только деньгу срубить. Только и умеете, что языком. Бла-бла-бла. Неправда. Я свою работу люблю. Я, между прочим, красный диплом получила. Ну и что? Какой толк от твоего красного диплома? Вот от тебя какой прок? Я анализы провожу. За выбросами слежу. От нас зависит здоровье целого города. От тебя ничего не зависит. Если бы от тебя хоть что-нибудь зависело, люди бы не помирали. А у вас одно вранье. За это и зарплату получаете. И вон жилплощадь. Да что вы... Нет. Нет, вы все-таки объясните. Почему это я вру? Почему это из-за меня люди умирают? Потому что завод окружающую среду поганит. А ты это дело покрываешь. Диплом у нее, понимаешь? Красный. Нет, подождите. Что не так с заводом?
Да все у вас не так. Зато по бумагам у вас все прекрасно. И с анализами все замечательно. Только все вранье. И комнату ты получила за вранье. Держи. Извините. Вот, садик закрыли, приходится с собой таскать. Зря вы так. Тут же все с инфекцией. Ну, а что делать? Одного ты не оставишь. Это у нас часто. Аллергия обостряется, детишек забирают. Ну, и закрывают группу, вроде на карантин. Что за аллергия такая повальная? Так бронхиальная астма. У нас вон полгорода ею болеет. Вот и мама моя тоже. За рецептом я сижу. Все из-за завода этого. Из-за завода? Ну да, от выбросов. Лет 10 назад народ вон на демонстрации выходил, а что толку? Так завод, кажется, модернизировали. Там очистные механизмы заменили, и лаборатория контроля теперь работает. Я не знаю, что там работает, а люди как болели, так и болеют. Кто уехал из города, кто смирился. Да и народ, знаете, сейчас такой пошел, что проще сбежать, чем бороться. Ну что? Чё я тебе понадобился? Скажите, а почему вы решили, что завод город загрязняет? А тебе зачем? Да я тут с мамочкой одной разговаривала. Да у меня у самой регламент с методикой не сходится, по которой я защищалась. Ну и что? Хотела разобраться. Вы кем на заводе работали? Так это что, твой хлыщ про меня ничего не рассказывал, что ли? Ну, он рассказывал, ну так, в общем. А почему вы решили, что у нас проблемы с выбросами? Так я же на заводе всю жизнь, и как раз вот по очистным механизмам. Сколько лет шумел, что у нас очистные ни черта не держат. С советских времен еще стоят, никто не слышит. К директору ходили? Конечно, ходил. А тот меня... к заместителю по производству. Я там докладную, понимаешь, с расчетами. А он смеется, мне руку жмет и говорит: спасибо тебе, Кузьмич. У тебя образование, понимаешь, не то. А расчеты мне, между прочим, делали местные инженеры. Контора у нас здесь была, правда, развалилась потом. И что эти инженеры ваши? Так их дело сторона, они услуги оказывают. Раньше вот в горком можно было пойти, а сейчас куда? В мэрию. Был! Сказали, что отреагируем. Отреагировали, целую лабораторию завели. А очистные механизмы? Поменяли, только, видимо, сэкономили. Пользы от них никакой. Так нельзя. 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 Только, видимо, у нас по-другому не получается. Я сама к руководству пойду. Напишу докладную. У меня нужное образование, не придерутся. Сходи. Илья Сергеевич, задержись. Приветствую. Что стряслось? Вот у тебя хочу спросить. Кто надоумил ее докладную написать? Ну хорошо, я бумажку в приемной перехватил. А то старик бы коней двинул. Кто двинул? Директор? Какая докладная? О чем вообще речь? Люся твоя разлюбезная. О превышении значений ПДК. Слушай, Илья, ты же обещал мне, что проведешь с ней работу. Ну я провожу. Только и делаю, что провожу. Никакой личной жизни. У тебя же с ней роман. Какая тебе еще личная жизнь? И потом, мы что, зря что ли ей комнату выбивали? Она правильная. Угу. Отличница. Отличница. Все они отличницы. Подход к ней нужен. Понимаешь? Угу. Люсь, ну правда, твоя борьба только настраивает против тебя начальство. Ну правда. Сначала от этих зеленых еле отбились, теперь ты.
Ну, тем более, что ты сама не уверена в своих подозрениях. Ну, значит, нужно ехать в Питер. И либо убедиться в своей правоте, либо... Ну, что ты за человек? Нет, это не девушка, это Жанна Д'Арк от науки. Ну все, хватит о работе. Я не хочу, чтобы ты была Жанной Д'Арк. Я хочу, чтобы ты была Люся. Просто Люся. Моя Люся. Это мне? Тебе. Нравится? Да. Люся. Так. Ну что, барабанная дробь. Дыхание прихватило. Я сам волнуюсь. Тебе так идет? Правда? Люсь, перестань ты воевать. Я хочу, чтобы ты была простой, любящей девушкой. Я не буду воевать. Честно? Куда идти с утра пораньше? Я вас будить не хотела, Федор Кузьмич. Поезд у меня. В Питер еду. О. Ну, удачи. Спасибо. Вернусь через пару дней. Ну что, Люся, опасения твои не напрасны. Ошибка есть. Все-таки есть. Что я просмотрела? Да не твоя ошибка. В вашем регламенте. Вот заключение нашей лаборатории. Методика регламента дает заниженный результат. И что теперь? Ну, будут разбираться. Приедет комиссия. В министерстве это дело взяли под контроль. А председателем вы будете? Нет, председатель будет из министерства. Но он, скорее всего, приедет уже на подписание вердикта. Но до этого комиссию будет возглавлять его зам. Кстати, твой старый знакомый. Кто? Рогов. Сергей Валерьевич. Помнишь такого? Кстати, где он? С наукой-то у него пока не складывается. Кажется, даже тему не утвердил. Девочки, а Рогов-то идет ко мне? Хорошо, жду. А разве не вы его научный руководитель? Нет, я отказался. Так что Сергей Валерьевич у нас по управленческой линии пошел. И в министерстве на хорошем счету. Здрасте, Иван Павлович, мне сказали, вы ждете. Люсь, а ты здесь какими судьбами? Я... Так это к ней. На завод ты поедешь с комиссией. По ее сигналу. Так что вы побеседуйте, Люся введет тебя в курс дела. Обязательно побеседуем. Люська, ты обедала? А, я... Ну, тогда я тебя приглашаю. У нас тут рядом ресторан новый открыли. Заодно и обсудим. Может быть, чего-нибудь попроще? В нашу столовую? Ну, как скажешь. Мне, если честно, все равно. В общем, диссертация подождет, тут другая перспектива наклевывается. Ушакова в министерство переводят, а я на его должность. Потом... Люсь, а ты чего как не своя? Да нет, все в порядке. Продолжай. Что в порядке? Ты сидишь зажатая. Не переживай ты. Разберемся мы с твоим регламентом. Укажем, подкорректируем. Работай на здоровье. Люсь, ты обижена на меня? Уехала тогда, не попрощавшись. Я же слышала ваш разговор с секретарем. Вы говорили, как бы меня лаборанткой пристроить. Как в воду глядели. Ты про этот разговор? Вы обсуждали мое место в аспирантуре, которое занял ты. Люсь, я тут ни при чем. Отец настоял на моей кандидатуре.
Да, я признаю, я виноват. Но я вначале растерялся. Потом сразу же позвонил отцу и попросил продавить его второе место для тебя. И ты представляешь, у него получилось. Но только ты уехала и ничего не сказала. Я писал тебе, но ты же не отвечала. Правда? А я думала, что ты... Ну... Люсь, ну, конечно, правда. Мы же друзья. Или нет? Друзья, конечно. Люсь, Люсь, привет! Ой, Люш, привет! Я звоню, ты не отвечаешь. Еду к тебе домой, Кузьмич говорит, ты уехала. А я... Я в Питер ездила, Илюш. Методику свою проверяла. А обещала не ездить. Я оказалась права, понимаешь? В нашем регламенте ошибка. Поэтому у нас показатели занижены. Скоро приедет комиссия, будут разбираться. Но моя методика дает верные результаты. Ты что, вот эту бучу подняла, чтобы доказать свою правоту? Ну, знаешь. Илья! Илья, ты не так понял, подожди! Илья, дело не в методике, а не в моем честолюбии. Ты слышишь меня? Я ничего не хочу слышать. А что происходит? Я тебе сейчас все объясню. Поссорились, видно. Да когда успели? Люська ж на больничном. Да не знаю. Извини, мне надо работать. Люсь, что случилось-то? Да ничего, все в порядке. Пробы отобрали? О, как? Не успела появиться, сразу о пробах. Ты хоть выздоровела? Чувствуешь себя как? Да все в порядке. Что с пробами? Ира не ходила, сейчас я пойду. Ирка теперь не может в цехах работать. Почему? Она беременна. Как? Ну как? Как все. Привет. Привет. Ира, ты чего мне не говорила? О чем? Ну, о том, что ты в положении. Мы ж подруги. Ну и что? Пришло время, узнала бы. Ты поэтому отказалась пробы отбирать? Догадалась. Ты же сама делала контрольный анализ по своей методике. Ты знаешь о превышении ПДК? Об этом все знают. И молчат? Работать-то надо. Люсь, отстань, я без тебя тошно. Ир, чего, плохо? Зинаида Борисовна, ей кажется, нехорошо. Так ее надо в медпункт. А я отведу, давайте. Давай. Ирочка, вставай. Аккуратно. Тихо. Пойдем. Ну что ж ты с таким здоровьем на работу ходишь? Анемия на лицо, гемоглобин низкий. В таком состоянии надо дома сидеть. Куда только муж смотрит. Нету мужа. Отец-то есть. От Святого Духа дети не родятся. Кто отец? Наш, заводской? Ну зачем вы так? Можно как-то поаккуратнее? Нежные все какие, а? Я чего на мужика твоего шумлю? Тебя беречь надо. Вон слабенькая какая. Да бережет он меня, бережет. А, то и видно, бережет. Заставь его хоть кровь сдать, не знаю, может, там резус-конфликт. Какая безответственность. Он ответственный. Просто у него проблемы. Он не может. Что не может? Жениться? Заботиться может? Он ребенка хочет? Ой. Давайте, наверное, мы пойдем, я ее домой отправлю. Давай. Конечно, идите, домой идите. И в консультацию зайдите. Никакой ответственности. Ириш, давай ты завтра отдохнешь дома. На работу не придешь, хорошо? Да. Мы тебе... Садись, пожалуйста. Этот, отгул оформим. Давай. Давай. Тебя, спасибо. Пока. Илья! Послушай, как ты мог подумать, что я хочу просто свою методику протолкнуть? Люди ведь болеют, Илья. Ну, приедет комиссия, наведет порядок. Поменяют регламент. Она уже приехала. В мэрии сидят. Директор уже там. Вот и меня вызывают. Люсь, что ты лезешь-то, куда тебя не просят, а? Вот чтоб ты понимала, руководство завода
прекрасно знает о ситуации и планомерно работает над устранением проблемы. А ты со своим дурацким энтузиазмом, ты спутала все заводские планы. Какие планы, Илюш? Я ж просто хотела... То, что ты хотела, это уже не важно. Абсолютно не важно. Вот что может сделать комиссия? Как тебе кажется? Что? Правильно. Закрыть завод. Куда пойдут люди? Но это же временно. А дети хотят есть каждый день. И взрослые тоже. Куда они пойдут работать? Ну, например, твои девчонки. Куда они денутся? И что теперь делать? Для начала успокоиться. Мэр и директор уверены, что комиссия не будет принимать поспешных решений. У меня друг в этой комиссии будет. Ну, вот это уже интересно. Хорошо, Люсь, пожалуйста, не лезь, а? Иди работай. Я вечером заскочу. Иди. Ну что, где Ирка? Да я ее домой отправила. Отгул потом оформим, я с Ильей договорюсь. Ха, договорится она. Да Ирка сама с ним договорится. Зинаида Борисовна, ну просили же вас. А что теперь-то скрывать? Еще месяца три в декрет. Ну вот какое ваше дело? Ну не говорят люди, значит и вам нечего болтать. А мне и говорить ничего не надо. Я сама все вижу. Кто что видит? Ничего не понимаю. Зинаидина дочь сняла квартиру. Дом напротив Ирки. Зинаида была в гостях у нее, ну и увидела их. Кого их-то? Да Ирку с Ильей. Он у нее ночует через день. Она просила Зинаиду молчать, а это треплется. Ирка с Ильей? Ну да. Ирка с ним, оказывается, больше года. Зинаида, когда их спалила, мне и призналась. И ребенок его? Ну, а кого же еще? Да на самом деле можно было догадаться. Она вон как на него смотрит. Просто ты, когда появилась, мы подумали, что он на тебя запал. Люсь, ты чего? Ничего. Так. Люсь, у вас все-таки что-то было, да? Или нет? Люсь, ну я просто подумала, что вы разобрались, а что осталось, так это так, деловые отношения. Лен, я... Ты знаешь, мне нужно еще кое-что сделать было, я пойду. Люсь, а спрашивать, если будут тебя? Простите, Федор Кузьмич. Я думал, меня ждут. А Люси еще нет? У себя. Странно. Мы же вроде договорились. Благодарю. Люсь, ну будет уже. Ну, сделала глупость, и что? С кем не бывает. Да я весь день сегодня с этой комиссией. Нормальные люди, все обойдется. Они все понимают, особенно этот председатель. Можно договориться. Можно, можно. Да ну не грусти ты, а? Все будет хорошо, Люсь. У кого будет хорошо? У вас, может, с Иркой? А при чем здесь Ирка? Что ты такое говоришь? Я все знаю. Что ты знаешь? Что вы с ней встречаетесь, и у вас будет ребенок. О, я как знал. А? Вот прям как знал. Что такое? Господи, как тебе объяснить-то, а? Она была до тебя. Ты понимаешь? До. Кто ж знал, что ты появишься? Люсь, да, перед Иркой я виноват. Я не спорю, я признаю. Но это все было давно. А потом на базе. Ты, волейбол, наша победа. Ты еще подвернула ногу, я нес тебя к автобусу.
И все, я потерял голову. Потом эта Ирка исчезла. Не ври мне. Ты встречаешься с Иркой до сих пор. Ну, с чего ты взяла? У Зинаиды дочка живет в соседнем доме. Ты бываешь у Ирки каждую ночь. Да нет, ну не каждую. Я бываю через день там. Через день, ну не каждую. Ну всего, я шучу. Слушай, ну я здоровый, нормальный молодой мужик. Она меня постоянно затаскивает в постель. Пытается удержать ребенком. Ну да, ну не сдержался. Пару раз было. Ой, слушай, ну ты тоже знаешь, где-то виновата. Нельзя быть такой недотрогой. Люсь, ну все, ну прости, прости, прости. Прости меня. Ну я же люблю тебя. От ребенка я не отказываюсь. Я буду помогать, Люсь. Я люблю тебя. Мы все преодолеем, если вместе. Мы все сможем, я тебе обещаю. Мы будем счастливы, Люсь. Люсь, только при одном условии. Если ты не будешь руководить страной. Уходи. В смысле как? Ногами. Я не приму твои условия. И я не буду с тобой вместе. Ты меня гонишь? Уходи и больше не возвращайся. Хорошо. Давай ты сейчас успокоишься, и мы обязательно вернемся к этому разговору. Хорошо? Я чай заварил. Пойдем попьем. Люся! Ну, в общем, приходи, я на кухне. Я тебе так скажу. Все в жизни проходит, и это пройдет. Мудрые люди говорят... Царь Соломон. Во-во. А вот про тебя я хочу сказать, что вот поначалу-то я думал, дрянь девка. А потом пригляделся, боевая, смотрю, хоть и с воробья, за правду борется. Спасибо, Федор Кузьмич. Только какой толк-то с этого? Как это? Ну, и ты не скажи. Дай-ка я тебе папочку свою дам. Здесь вот за много лет собраны всякие справочки, наблюдения, записи, бумажки всякие. Вот ты посмотри, изучи это хорошенечко. Может быть, поможет это, эту стенку продолбить. Федор Кузьмич, это ж какой труд тут собран. И данные все, и предложения. Это нужно обязательно показать комиссии. Люсь! Привет. А ты чего здесь? Я к вам на завод, тебя подвезти? Нет, не нужно. Сереж, я специально здесь ждала, чтобы на заводе ничего не узнали. Держи. Здесь записи человека, который много лет работал с очистными механизмами. Знает всю ситуацию досконально. И что мне с ней делать? Как что? Изучить, прежде чем заключение писать. Там не только цифры, там еще и предложения. Если Федор Кузьмич прав, то... Подожди, кто такой Федор Кузьмич?
Федор Кузьмич очень много лет работал на нашем заводе. Сереж, я все это прочитала. Можно быстро все исправить, понимаешь? Даже не придется завод останавливать. Никто завод закрывать не собирается. А за папку спасибо обязательно изучим. Я надеюсь на тебя. Не переживай. Я поехал, мне пора. Пока. Привет, а где все? Лена в цеху, Зинаида к метрологам пошла. А ты как себя чувствуешь? Ну что ты делаешь, вид, что ничего не знаешь. Да, это ребенок Ильи. Все это время мы были вместе и будем вместе. Совет да любовь. Люсь, ты совсем дурочка? Ты не понимаешь, что он тебя использует? Что он перевалил на тебя все свои обязанности, кидал, когда у тебя были проблемы, а потом, как ни в чем не бывало, возвращался. И к матери он никакой не ездил, потому что у меня отсиживался. И этого человека ты любишь? Люблю. И он меня любит. И жить мы с ним будем вместе. И жениться он на мне. Ты поняла? Тут такое дело. Председатель их. Рогов. Да. Ну, слушай, он парень вроде понятливый. Сразу вник в ситуацию. Но пока еще колеблется. Просит его понять. Ну, мол, риск карьерный, вопрос на контроле, ну и так далее. Но он намекнул, что у него в министерстве есть связи. А значит, есть шанс оттянуть срок. И что? Он готов продолжить разговор. Здравствуйте. Здравствуйте. Но не на заводе, а в назначенном месте. Цену вопроса я подготовил. Зайдешь ко мне, возьмешь и встретишься с Роговым. Он будет тебя ждать. А почему я? А чья сотрудница кашу заварила? И потом, ну, Илья Сергеевич, ну кому, как не тебе, рассказывать комиссии о деталях сложившейся ситуации? Я понял. Одним словом, вы же понимаете, градообразующее предприятие, полгорода у нас работает. Любая приостановка производства, даже на небольшое время, смерти подобна. Я понимаю. Но и вы войдите в мое положение. Я готов. Вы же беседовали с Вадимом Михайловичем. А я здесь, чтобы оформить все договоренности. Но это не серьезно. Разве? Мне казалось, что было достигнуто взаимопонимание. Обстоятельства изменились. Появилась новая информация. Мне передали папку с многолетними наблюдениями. Ваша, кстати, сотрудница. Люся Поликарпова. Моя хорошая знакомая. Так что вопрос остается открытым. Можно взглянуть? Конечно. Мне кажется, у многих могут возникнуть вопросы. Боюсь, что и у прокуратуры. Я понял. Сколько? Я имею в виду, сколько времени понадобится на изучение? Я должен обсудить это с руководством. Но мы можем рассчитывать на компромисс? Я думаю, что да. Вы извините, мне надо идти, у меня встреча. А наш разговор мы продолжим позже. Хорошо. Всего доброго. Так а что комиссии не ясно? В папке есть все расчеты, как сделать быстро и качественно. Главное, денег не жалеть. Тебя бы сейчас из-за стола на трибуну. Люсь, наверху грамотные люди, они во всем разберутся. Комиссия рассматривала материалы, которые в папке? Успокойся, решение будет принято в течение 2-3 дней. Комиссия папку видела? Я ее видел. Этого достаточно. Можно подумать, тебе там предложение от Нобелевского лауреата. Так ты что, никому ничего не показал? Послушай, тебе же сказано, положение будет исправляться. Без лишнего шума. Тебе моих слов недостаточно? Рогов, верни мне папку. Ага, сейчас. Чтоб ты и ходила, и размахивала. Народ на митинг повела. Да ты чего? Мы же друзья. Ты обещал, Сережа. Я тогда пойду в мэрию. Или в СЭК. Или куда там еще. Вот только попробуй. Мой тебе дружеский совет. Не лезь в это дело. Наживешь неприятностей. Ты меня не напугаешь.
Люся, какая встреча? Артём, извините, я... Что у вас опять случилось? Ключ потеряли? Телефон? Заселили не туда? Простите. Подождите, ну куда вы такая расстроенная пойдете? Давайте я вас кофе напою. Успокойтесь. Что случилось-то у вас? Вот. Пейте. И рассказывайте, что у вас произошло. Я такая дура. Я совершила просто ужаснейшую ошибку. Так, понятно. Давайте только без слез. Пейте. Пейте, пейте. Пейте, успокаивайтесь и рассказывайте. Вы же журналист, да? Вы поможете? Конечно. Вы писаете, Артём? Там все в этой папке было. Вообще все. Там и графики, и эти акты с завода. И эти газетные публикации. Очень много. А самое обидное, там докладные Кузьмича в папке этой. Все теперь у Рогова. Все у Рогова. Самые ужасные там эти, ну, планы, как это все организовать. Ну, модернизация, она в любом случае потребовала бы остановки производства. Там же не в фильтрах дело. Дешевый снял, дорогой поставил. Там технологию нужно менять, чтобы в цеха всякая дрянь не летела. Вот. Точно. А вы откуда это знаете? Ну как? Я же журналист. А, да. Изучил вопрос. Скажите, а могу я с этим Кузьмичом поговорить? С Кузьмичом, да бога ради. Он вам столько еще всего расскажет. Ну, рассказать можно многое. Нужны подтверждения. Да. А они в папке. Все. Артём, знаете что? Нам надо с вами эту папку выкрасть. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте, Артём. Рогов живет же в этой гостинице. Надо у него папку выкрасть. Вы что, хотите обокрасть представителя министерской комиссии? Если надо, обкраду. Обкраду. Выкраду. О, я вижу, коньяк делает свое дело. Хотите еще кофе? Не, я лучше домой. Вот выпейте кофе и поедете. Садитесь. Ой. Ой. Мне точно надо домой. Сейчас я сварю вам кофе. Вызову такси. И поедете домой. А Рогов? Ресепшн. 405 номер. Вызовите, пожалуйста, такси минут через 20. Спасибо. Люся. Люся Поликарпова. Проснулась? Доброе утро. Выспалась? Ой. Артём, вы меня извините, бога ради, что так получилось. Да подумаешь, заснула. Еще и перенервничала вчера. Я вообще-то не пью, честное слово. Не умею. Кстати, очень ценное качество для лаборантки. Ты случайно не спиртом заведуешь?
Откуда вы знаете? Люсь, давай уже на «ты». Если бы я был начальником, спиртом бы у меня заведовала не пьющая Люся. Я, наверное, пойду, Артём. Мне нужно идти, я пойду. Конечно, пойдете, только предлагаю спуститься в кафе и позавтракать. Артём, извините, я на работу опаздываю. Мне Илья Сергеевич голову оторвет. Честное слово, извините. Извиняю. Но давай уже на «ты», хорошо? Давай. Привет. Привет. Люсь, где ты ходишь? Брызгунов тебя несколько раз спрашивал. Ждет с самого утра. Люсь, а в чем дело? Почему ты опаздываешь? А что, личные отношения теперь будут влиять на работу? Извините, я напишу объяснительную. Люся, да садись ты. Садись, садись. Слушай, где ты была? Я до самой ночи тебя около дома ждал. Кузьмич меня не только в квартиру не пустил, он даже объясняться не стал. Вздорный старик. На звонки ты не отвечаешь. Что мне делать? Я же волнуюсь. Не надо за меня волноваться. И приходить ко мне не надо. Люсь, ну послушай, даже если бы мы расстались… Мы расстались. Во что я не очень верю. Но даже если ты так считаешь… то я не перестал за тебя переживать. Ты мне по-прежнему дорога. Люсь, я не могу смотреть, как ты делаешь глупости. Я могу идти? Нет, не можешь. Люсь, послушай. Ну, ты вмешалась в чужую игру. Там на кону бешеные деньги. О масштабах ты даже не подозреваешь. Там еще, мало того, влияние на регион. Ты даже не представляешь, что они с тобой сделают, если ты будешь им мешать. Что они со мной сделают? Да все, что угодно сделают. Я прошу тебя, пока комиссия не уехала, сиди ты тихо. И лучше, может быть, ты езжай к себе туда, в Зазерск. Ты даже можешь оформить отпуск, я подпишу. Я подумаю. Привет. Привет. Отпустили тебя? Заявление на отгул написала, оставила у начальника. И не дождалась, пока подпишут. А как же трудовая дисциплина? А анализ? Без такого-то ценного сотрудника. Ты к Кузьмичу идешь? Угу. А чего бы я стал дела отменять? Ну вот и пошли. Без твоих этих подначек. Да. Любопытнее открываются вещи. Думаешь, что много знаешь о заводе, а тут такие сюрпризы. У нас что, праздник намечается? Да нет, просто чаю попьем. Я вот немножко печенье испекла. Завидная у вас соседка Федор Кузьмич. И хозяйка, и общественница. И не пьет, и печенье печет. И за правду успевает бороться. Обязательно насмехаться все время? Да я даже не думал, Люсь, правда. Вы мне оба очень помогли. То, что вы рассказали, Федор Кузьмич, очень важно. На многие вещи теперь смотришь в ином свете. Если бы вот только документы были у нас. Но я ж не знала. Да ладно. Разберемся мы с этой папкой. Люся, Федор Кузьмич, простите, мне надо идти. А как же чай? Потом. И чай будет, и много еще чего будет. А сейчас надо идти. Проводи меня. Будет известно решение комиссии. И вам здравствуйте, Людмила Семеновна. Ты отдал комиссии мою папку? Слушай, что-то пристала ко мне со своей папкой. Она у тебя?
У меня. Цела твоя папка. Лежит в гостиничном номере. Готовится поехать в Петербург. Не пропадут твои расчеты. Будут учтены и использованы. Но если, конечно, пригодятся. Ясно. Я тебе перезвоню. Здравствуйте. Здрасте. У вас тут остановился недавно Сергей Рогов из Санкт-Петербурга. А подскажите, пожалуйста, он сейчас у себя? Сейчас я посмотрю. Угу. Так, Рогов. Сергей Валерьевич, 217 номер? Да, 217. А он сдал ключ? Может быть, ему можно позвонить? Его сейчас в номере нет. А, я его тогда подожду. Хорошо. Доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Могу я воспользоваться услугами прачечной? Да, конечно. Оставляйте заявку, с вами свяжутся. А может, я сам в прачечную все отнесу? Где она у вас? Это долго объяснять. Пойдемте, я вам покажу. Да, спасибо. Тебя опять носит. Ты так догуляешься до увольнения. Я написала заявление на отгул. Я тебе уже говорил. Ты случайно вмешалась в серьезные дела. Сейчас в Москве решается вопрос о продаже завода. Наш нынешний владелец пытается удержать цену, а покупатель делает все, чтобы ее снизить. Отсюда и статьи зеленых, об экологии района. Но мы ведь и правда загрязняем город. Там это сейчас никого не волнует. Зато волнует твоя папка, которая может существенно повлиять на цену. Достаточно придать огласке эти материалы, и все, наш нынешний владелец потерпит большие убытки. Ты вообще понимаешь, во что ты ввязалась? Понимаю. Если Рогов отдал тебе папку, дай ее мне сейчас. Иначе... У меня ее нет. Рогов мне ничего не отдавал. Люся, не тупи! Сейчас за сотни тысяч убивают, а там такие деньжища. Ты себя подвергаешь реальной опасности. У меня ее нет. Ну, я тебя предупредил. Большего сделать для тебя я уже не могу. Федор Кузьмич, что же это делается? У меня вся комната вверх дном. У меня тоже. А когда это случилось? Я после обеда в магазин пошел. Вот возвращаюсь, а здесь такое. Папку мою искали. Заводские. Это вряд ли. Или я только сегодня с меня эту папку требовал. У Рогова ее тоже нет. Тогда кто? Не знаю. Илья меня сегодня пугал, что в Москве этих документов очень боятся. Они там наш завод продают, торгуются. А еще за мной сегодня какая-то машина весь день ездит. В полицию тебе надо идти. Мила Семеновна, здрасте. Нам надо поговорить. Пойдемте. Добрый вечер. А вы кто такие? Чего вам надо? Сейчас я постараюсь объяснить. Артем Андреевич, говорите. Люся, прости за твое вынужденное затворничество. Артем? Да, это я. Пойми, это вынужденная мера. Мне нужен всего лишь один день. Все будет хорошо. Мои ребята за вами присмотрят. Кому будет хорошо? Потом, Люся. Все потом.
Кто он? Артем Андреевич? Угу. Ну, скажем так, представитель нового владельца завода, если завтра сделка состоится. К сожалению, я вынужден забрать ваш телефон и ваш тоже. Простите, Федор Кузьмич. Это все из-за меня. Сидят. Работа у них такая. Кузьмич, вы не сердитесь на меня, пожалуйста. Да угомонись ты, Господи. Откуда ты могла знать? Ну, садись, чайку попьем. Он мне слова такие правильные говорил. Журналистом прикидывался, а сам. Это, получается, он папку у Рогов забрал. Так, может, это и неплохо, что папка у этого Артема. Дельный вроде, мужик-то. Кузьмич, дорогой. Ему зачем папка-то была нужна? Чтобы завод подешевле купить. Он как только папку раздобыл, так сразу же сделку и назначил. И нас здесь запер, чтоб, не дай бог, ничего не сорвалось. Если они так за цену бодались, с чего бы им сейчас завод модернизировать? Ну, раз так, они хотя бы правду узнают. Узнают, какой ценой богатство их оплачено. А если им на город и на людей наплевать, бог им судья. А мы с тобой сделали все, что могли. На завод ты вернешься? Зачем я там нужна? Я буду опять воду мутить и эти регламенты их исправлять. Кому это надо? А ничего, проживем как-нибудь. У меня же все-таки пенсия есть. Да и ты со временем устроишься. Ты ж теперь для меня вроде как внучка. Что, уже и мусор нельзя выкинуть? Вот, возьмите. Давайте я сам. Артем Андреевич просил передать, что завтра к 2 часам ждет вас на заводе. Вот. Я чашечку твою упаковала, ну, чтобы не разбилась. Спасибо, Зинаида Борисовна. Вы простите, если что не так. И спасибо вам. Надеюсь, сработаетесь с новым директором. Если что, то свой стаж я уже выработала. Так что посмотрю, что да как здесь пойдет, и уволюсь за выслугу лет. Ничего, проживу как-нибудь. Ир. Да? Ты прости меня. Я ж не знала. Это ты меня прости. Я была не права. Ир? Обнимемся. Вот и молодцы, девчонки, что помирились. Вот же ж дурищи-то какие, а? Так, Ирка, а свадьба-то когда? Или ты опять решила скрыть от коллектива? Я всех приглашу. Обещаю. Это хорошо. Давно я на свадьбе оливье не ела. Лаборатория. Поликарпова? Да, здесь. Хорошо, я передам. Люся, тебя к директору вызывают. Ладно, не поминайте лихом. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Проходите, проходите, не бойтесь. А вот, наконец, и госпожа Поликарпова.
виновница торжества. Именно ей мы обязаны скандалом вокруг завода. Присаживайтесь, Людмила. Семеновна. Спасибо. Так вот, поскольку на заводе находится министерская комиссия, считаю, что Людмилу Семеновну нужно подключить к ее работе, так как она лучше других знает ситуацию с превышением ПДК вредных примесей. Сергей Валерьевич, вы согласны? Вы ведь давно знакомы с Людмилой Семеновной? Да. Да, конечно. Ну вот и хорошо. А в дальнейшем, я надеюсь, Людмила Семеновна станет прекрасным руководителем лаборатории экологического контроля. Я? А что, не справитесь? Я, в свою очередь, готов обсудить все, что понадобится для расширения служб контроля. Мне преступная экономия не нужна. Но сейчас не об этом. Перейдем к обсуждению вопросов, связанных с переходным периодом. Работы предстоит много. Что ж, безобразие. Вот, посмотри изменения. Что, Виктор Васильевич, всех увольняют? Да нет пока. Будем дела новой команде передавать. Я-то еще поработаю немного, а потом сразу на пенсию. Давно пора. А вот Илью Сергеевича и Вадима Михайловича, этих сразу на выход. Угу. А кто ж теперь вместо Ильи-то будет? Люся Поликарпова. А что, она грамотная, справится. Так что, Люсь, работы много. Регламент менять, расширяться. Справишься? А чего это вдруг вы решили экологией заняться? А чего это вы со мной снова официально заговорили? Не доверяете? Да нет, почему? Просто… Ну, это же деньги. Останавливать завод, терять прибыль. Вы думаете, мы, акулы капитализма, своей прибыли не упустим? А я, может, собираюсь надолго в этом городе остаться. И дышать хочу тем же воздухом, что на вашей… нашей базе, где мы с тобой рыбу ловили, помнишь? Ты, отец мой, давно мечтал, чтобы этот завод возглавил. Ты мне можешь хоть сейчас объяснить, зачем ты нас с Кузьмичем под домашний арест посадил? Люсь, ну тебе действительно грозила большая опасность. Но вот кто знал, что в голове у предыдущих хозяев? Ты им очень мешала. Я тебя просил, не вмешивайся, посиди дома. А тебя черт понес в номер Кругову. Ты знаешь, что я была в гостинице? Ну, конечно, знаю. Я как только понял, что ты неуемная, сразу же попросил своих ребят за тобой приглядывать. И тут же выяснил, что за тобой какая-то машина всюду ездит. Вот я и решил, что лучше тебя изолировать от греха. Можно же было нормально сказать. Пробовал. Не помогло. Кстати, это кто-то из моих ребят сказал тебе, кто я на самом деле? Да. А что, нельзя было? Тебе можно. Как тебе не сказать? Ты девушка обаятельная. Ладно, Людмила Семеновна, беги на свое рабочее место. Нас ждут великие дела. Артем, а ты… ты правда хочешь остаться в городе? А ты бы этого хотела? Тогда у меня два условия. Мы вместе наводим порядок в экологии, и сегодня ты идешь со мной на свидание. Договорились?